Не, я сказал. Ну, просто его убивали уже в этот момент. Я долго смеялся, да, такой, решил... Ты бы еще знаешь, что меня убили, и я такой, решил, сзади! Чтобы это осталось для Махору сюрпризом. Так вот, короче, мы начали игру, там чувак себя взорвал в команде противника пробивным зарядом, первый погибший, а последний, который у них умер, он ёбнулся с крыши и разбился, короче. Отряд самоубийц. Да. По-моему, это не мешает им бросать нас. Где? Зачем мы их изи? Ты подключился или? Я вот все, я подключился. Я тоже. Все заработал? К сожалению. Да. Черт подери, оно работает. Я Дим. Это, короче, спальня. О, где перевернутый. Блядь. Зашел, а ты уже начинаешь тут? Хоть бы сначала на ужин сводил. Угу. Ну, сразу, я сразу в спальню. Пойдем со мной! Come with me if you want to live. Да-да-да. Wanna play? Let's play. Спальня... А, я понял, где это, да. Блин, нет, туда же. У них касл. Блин. А у нас, наверное, даже рука, ну, блядь, не было. Ай, это сука. Бля, тут проблема не в том, проблема в том, что я не смогу стрелять по ним. А нет, смогу. Один в детской был. Каслу, скорее всего, это. Попробую стрелять за этим. А чё, спецвойска можно купить только за рублики, да? Какие? Что? Войска. Вот эти все, такой лесной камуфляж у немцев. А, ну там есть чисто за это, да, за валют. Обидно, обидненько. Ух, антитеррора тут накопилось. Я мертв. Что-то ты слишком часто это вставишь, Дэнни. Ну, я убиваю хотя бы кого-то перед этим. Ну, ты не бесполезен. О, нормально. Блять, она упала, что ли? Она сплит серьезно? О! Ну, нихуя, махов, чуть без ебальника не остался. Он справа пикал, ты не тот угол смотришь. Ну, в смысле, в проходе, в вот двери, этом? Имею в виду. Нет, не в той двери. Дверь что слева, но угол не тот. Ладно, забей. Заходи в другом месте. Сука, ковера, блядь. Понятно. Давай. О, они поставили, отлично. Ну... Да и, видимо, поп. Блядь, как ты умеешь искать? Блять, хули Рендрок стоит. Чё, у нас чувак просто стоит, что ли? Да. Как будто, знаете, подбежал. На 5 минут. Блять. Давай. Ой, хорош. Чё-то это странно было, как будто немного. Раз-раз. Один раз. Слыхали, как шутил парень? Ой, Махор-то, вот не в бровь, а в глаз. Вообще. Магиот. Да, господа. 2-2 у нас. 2-2? Угу. Да, сейчас буквально решающий. И все. Господа товарищи. Блять, только не здесь.
Это очень плохо. Ваш не был глаза, и вообще лучше в коридор надо не выходить. Ну нет, это само собой. Я думал, мы в гараже будем просто. Надеялся на это. Но главное, что у них 5 человек аутистов было, там нормально все. Аутист сделал такое, да. Можешь мне усилить, Махор, стену с этой стороны? Ну, с моей. А где? А, вижу. А, сейчас, да. А вы как используете Siege? На весь экран или Borderless? На весь. Не, Borderless, по-моему. В смысле, Borderless? Поясни. Ну, типа, он как бы на весь экран, но это на самом деле окно. Нет, я на весь экран. Мне вроде как бы проблем особо с этим нет. А почему, зачем Border? Он быстрее бегает, что ли? Он нет. Так, этот... Блин. Это как табаться быстрее, проще и вообще все проще. Не, в смысле проще, если там по FPS прибавка, то окей, может быть, да, я даже... Да, так по FPS, потом по FPS прибавка, чувак. А, ну я попробую, может быть, это реально, потому что мне по FPS лишние не помешали бы. Лишние FPS, не лишние. Ну да, у меня просто на 30-25 идет. То есть там... Жесть. Так. Блять, ну да, не 60. Да-да-да. 60 тоже мало. 60 мало? Да. Ну как бы он не проседает у меня, но... У меня тоже не проседает, у меня стабильно идет. А, ну так нормально. Но иногда там... Проседает. Да. Кое-что шустрее все это было. Че, видно, где они? Ну вот тут дверь разбили, короче. Вот так. Я не знаю. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной. До свидания. Ты спи уже. Падай, ложись. Пошля. Да. Пошлого в спи ложись. На лестницу спрыгнул кто-то. Это типа из этого? Раздевайся и ложись, и люблю тебя, кажись? Да. Ага. Такая, или ты это сам? Это где-то я слышал просто. А-а-а. Ах ты ж, блять! Они на Б, что ли? Они на Б, да. Он, точно блядь. Постримить. Спасибо. О, бля, они еще и на улице, на вышке. И тарасы. У нас еще один ушел, ну заебись вообще. Короче, пиздец, это крайне грустно. Да. Но. Понятно. Как ты? Че, давайте, я созываю, что ли? Давайте мы вас нет. А, ну вот, ладно, ладно, ладно. Ты же вроде бы стримишь. Да, я смотрю, ты мне помогаешь. Да. Да. Офигеть, как помогает. Да. Помогатель 3000. А почему не 4? А без сома. Не доросла еще. Черт. Шоколад, а не шоколад. Давай, старушка. Я-то моложе тебя на 7 лет, а вот ты старый уже. Какие? В декабре на 7 лет будет, сейчас пока на 6. Че из меня это? А я уже посчитала. Ага, все. Ты округлила, я понял, да. Да. Че, меня позовёт кто-нибудь, не? Бля, это умственно отстало или нас я. В смысле? Я спросил. Меня звать? Я сказал, я приглашу. Все, да? И Данил такой... Дай, ну чё? Бля, я еще и царь, оказывается, нихуя. Как это случилось? Запердел на лавочке такой, ну, пошли в Сидж свой, наркоманы. Данил, ты должен сказать это как бабуля. А где...
А где Илья-то? Где Илья? Бабуля. Давай, Данил, скажи бабуля-то. Пошел нахуй. Ну, почти. Заебца. Давай, Данил, запускай. Давай, крути педали. Че, мы в рейсинг? Собственно, в рейсинг? Нет, пойдем? Чего? Зачем? Не, давай нет? Разомнемся сначала, мы-то нет, не пуганы еще простой игрой. А я потом не прочь в рейтинг, мне две игры всего осталось. Можно. Задание сам закончено, кажется, в рейтинг, да? А, Сент-Патрик, здорово, привет, как жизнь? Мы штабу прислали, они ошиблись, видимо. Пиздец. Салам алейкум, куда видео отправить? Что, бля? Что там? Тот же вопрос. Да, я могу сам истории. True story из жизни какие-то прохладные. Да, бля, я не типа на рабочий ящик отправили какие-то татары. Видос какого-то застолья, где они играют на гармошках и поют какую-то хуету за столом, короче. Видимо, они перепутали ящик и туда. Заебись, типа, корпорат. Скинули, короче. Бля, а то мы все с гармой слышим. Вообще, эти громкие татары. Это реально жесть какая-то, бля. Да, блядь, представляешь, стол, блядь, гармонь. Еще один видос. Достойно. Бот врага нашел пин-контейнер. Эй, меня обнаружили. Бля, это какой-то сюрреализм, пиздец. Сука. Может, стоит посмотреть? Сука. Тяжело в это поверить, бля. У меня комар оттаял, блядь. Сука. Комар оттаял? Да. У вас 5 секунд. Летает. Это безумие. Безумие нахуй какое-то. Противник обнаружил хим-контейнер. Господи. Фантасмагория. Именно. Отличное слово, братан. Это что, кокуину взорвали? Да я взорвал. Дверь. Ой. Они горячий рашат стан. Через боковую дверь. А там щита нету. Клево. На первом этаже? Да. Да, да. Но вот это вот самое знаменитое, блять, на этой точке. Ой, у меня уже проломили это. Дверку эту. Там, в принципе, есть силок, но я думаю, он вряд ли меня спасет. Ренат, за твоей спиной на углу. Ренат. Я понял. Ай, твич-дрон, сука. Ты выломал. Видел, Данил? Бля, минус 20. Да, я видел, это пиздец какой-то. Реакция. Да, сука, я отвернулся, блядь, на секунду. Глаз, там, с другого входа видел. О, да. На самом деле, если долбоёбка, я тебя убивал, рекойл не законтролил просто. А, люк сломали, да, или это вы? Это я иду. Ой-ой-ой, они там уже что-то ломят. Уже что-то кидают. Видишь, как я спас твою жизнь, блядь, четко. Как я, да? Камеру посмотрел. Я так и не понял, просто с какой стороны он будет идти. Мне уже повезло, что он даун был просто. А там идут. Ну ты смотрел вперед на просто в этот момент. Так я говорил, за твоей откуда? Спиной. Откуда? Ой, ёпта мать. Там щит. Давай еще смотри. В комнате с паутиной сломали камеру, короче. Блять. Илья, посмотри, пожалуйста, мне, скажи, направь мне. Он вот там вот. Ренат, я без понятия. Я не знаю эту карту. Там твичуха. Меня продронили, мне пиздец. И готовлюсь умирать. Там просто твичуха, вот где я отметил. Хорошая попытка, Ренат, но нет. Бля, как же круто ППшка Лизана выглядит, пиздец. Ну хуй знает. Охуенно вообще. Бля, сейчас, сука, меня опять дрон нашел. Д-
да сука. Да ну пипец, как ты меня? Он умирал. Пиздец. О, все, дыми от меня. Силок, силок вон там. Вон там. А, сжарить меня не смог. Еще силок, ребята. Вот здесь. Дыму, дыму силок. Да-да-да. Не сгори, не сгори, в камин не ходи. Там? Да-да-да. Забежал на моем тропе, на мне. Прям по мне стреляй, сука. Да, блин! Ну ты серьезно? Этот клавиатуру сломал, походу. Ну сука, ну два силка, блядь. Слава, братан. Ёбаный в рот. Монитор. Место есть, Патрик? Нет, так что кидай деньги просто так. Твою там мать. Походу, Ренат умер, короче. Кошел. Говорят, Рената видели где-то у Юпитера. У Юпитера? Ну да, на ракетной тяге уже где-то там. Ребят, за окном звезда. Это Ренат. У, комета такой. Нет, это Ренат. Наша маленькая звездочка. Спасибо. Но на самом деле я где-то там рядом лечу, потому что, блядь, два силка. Блин, ну я с одного успел с фаром собрать. Слышите, что? Короче, я же говорил про видосы, которые пришли на рабочий ящик. Они продолжают приходить. Короче, первый этаж, наш точка, походу. Аккаунт, с которого пришли видосы, называется Оскар Красава. Оскар Красава. Вообще творишь. У меня несколько знакомых Оскаров есть. Может, это один из них? Не, надеюсь, это не тот Оскар. Не Бекулов? Сука, кто-то роумит. Ненавижу этого хуесоса, блядь. Вообще говнюк. 10 секунд. Какой пидор. Он, наверное, до сих пор в переходе на гитаре играет. Сука. Может, не зарабатывает? А, так вот кто это был. Не, я не вижу ничего плохого в таких вещах, но просто как бы он... Я вижу много чего плохого в Оскаре. Ну, это... Да, это да. Сука. Эй, кто там стучит молотком? Это я. Так, а мы где? Ой, мы с другой стороны. Колюхи наставили. Мира пырит в окно, с ней капкан. Нет. Так, ну пошли ебать их, чё. Чё, как пёпла? Как всегда, всех побеждать. Побеждаем. Побеждаем. Все просто, берем и побеждаем, да. Ух. Ну или нет. Данил, тебе помочь? Нет. Такой, я и не собирался его убивать. Ну ладно. Короче, что за варварство? Чуваки, теперь помочь. Он ослеплен, но я мертв. Нет, он все-таки добил меня. Я так и предлагал. Блять, как темно в этой комнате, сука. Ну что же поделать? Ну вообще они тут носят все на точке, скорее всего. Да сомневаюсь уже. Матушки не вижу. Капкан? Жопой снял. Ей огромное количество. Ну да, кстати, на точке их там вообще навались. Гранату бы. Есть одна. Да, а, блядь, пожди, прости! Я капкану почему-то что делаю. Нихуя ты хитрец. А тут что, люк есть? Тут есть люк, нифига себе, узнаю, у карты много чего. А, ребят, дроны, там точка же дохуя дроны. Рената была с точкой. А кто у нас тело? Ага. Воу! Понятно. Он меня убивал, кстати, по-моему. Пидор, ты что, встать не хочешь? Или это к тебе? Короче, на точке мира, прямо около знака удерживайте. Нет, она отошла на ист, на саус ист.
Который отправляется? Ренат, у тебя на стриме звук тиховат. Ребят, что по инфе? Ну, по инфе у Рената на стриме тиховат звук. Секторная информация, да? Там кто-то ползает, да, она прям вот... Блядь, как ты... Я чё... Ёб-мышь! Сорян, вообще нашрал был. Дик повело. Чё там как понял? Карл прицелился. Ай-яй-яй. У меня он прицелился вообще из стекла мира. Чё, мы отъёбываем, да? Ну... Нет. Я против. Не согласен. Как насчет выиграть 3 раунда подряд? Вообще. Да они какие-то. Я придерживаюсь старой тактики. Да и они не крутые, на меня он там смог или кто это не, блядь, был. По-моему, с хэтча спрыгнул. По-моему, или единственный, кто не хочет выигрывать, ему вообще похуй. Ну, махор вообще минус 25. Вот этот старатель. У меня не слабо пылают жопы из-за этого. Да, блядь, я бы на гранату шпуш надо было взять, а очень тупо получилось. Я не знаю, зачем ты кидал ее в меня. На килкане прям. Я кидал ее защитить. Я понял, что ты хотел щит сломать. Но она, блядь, не долетела. Она так что от чата я убил тебя. Это было забавно. Убил единственный человек, кто убивает. Блядь, ну... Просто ты слишком нагло, поэтому мне пришлось. Осталось 10 секунд. Да ладно, устройство, там же ничего не осталось. Чего? Еще 5 секунд. Не дайте врагу добраться до объекта. Ну, пожалуйста, поставь этот ебаный кап. Откуда в лунопарке столько бабла? Ну я тут же знаю. Это как его прикрытие какое-то было. Ты что, лор не читаешь такой? Не. Там. Даже у оперативников прям лоры такие расписаны есть. Лоры. Так. В смысле этот? Вот ларингологи? Лоры, боры. Да. Ой, это чё, уже сверху? Вот здесь ещё. Смотрите, если чё, камеру, ребят, пожалуйста. Я пытаюсь. Я поставил. Ага. Твичбот. Спустился с хача. Сломал камеру. Этот... Громы работают. Блин. Кто в меня стрелял сейчас? Я себе стрелял. Не надо. Так делать больше. Где-то дрон, сука. А в этом хэтче еще Твич и еще кто-то сидит. Я снял слэс же. Бля, я реально не понял, где. Дрон ебаный. Они, короче, на поездах на Саусе на улице, я слышу. Граната! Пидрила. Откуда он ее кинул? Да, из прохода. Игнат, сзади, тот, сзади. Тот в проходе уже. На короче. Норте. За мной бегут. Пните меня, что? Нож не работает. Да, нож прошел сквозь человека. Ну, ребят, камеры. Походу на лестнице кто-то. Мне гранату в меня швырял. Дрина, ты убил бака? Да. Угу, хорошо. Ой, как. Валькир, не надо, пожалуйста, я ссу. Не ломай ничего, пожалуйста. Лучше дрона найди. Можно на будущее сказать? Чё? Тут ты сломали. Камеру, которую на поездах поставил, не с той стороны. Надо с противоположной стороны поставить. Я поставил со стороны входа на нашу точку, братан. Не, ты поставил Сауса, надо было с Норфа. На поезда сейчас будет ходить. Потому что на Саусе есть обычная камера. Окей, как скажешь. Обычные камеры в любом случае ломают, братан. Так, это ага. Сейчас к нам подломленное тобой окошко будут ломиться. Угу. Вижу, двое. Короче, на Норфе. Там. На Норте. Сломали камеру обычную. Блять, махор в коридоре нет с точки, который. Никого, не знаешь? Никого.
Блять, хотелось бы точно знать. А там двое идут, да? Пока... Сначала было двое... Да, двое. Они где, поезда, что ли? Они поезда с левой стороны. Не там, где ваше окно, а левее. Я почти убил. Норд-вест. Там дальний угол. Ага. Да, справа выходит. А, они сейчас будут рашиться, так что просто ждите. Блять, как ты меня спалил, сука. Ну, к окну, к окну подходит, к окну. Данил, один, ты можешь из окна выпрыгнуть и сразу дроне. Налево стрелять. Давай, давай, налево, налево. Можешь обратно. Там капитан на желтой метке. Не надо, не надо, надо на объект лучше иди, спрячься. Да там силки. Он... Хорошо. Нормально. Да, этого у меня нет. Че, может, термит с Тэтчером тогда возьмем? Вот раз такое дело. Ого, ого, тут и термиты взяли Тэтчера за меня. О, всегда так. Я вообще люблю за термита играть. Блин, надо с тобой чаще играть. Ненавижу за него играть. Нагнаш, когда мы с тобой вдвоем во второй этаж пойдем? Да я посмотрел, я типа по статистике юбисофтовская Синджа чаще, чем термита и Тэтчера, только за Фьюза играл. И то сейчас за Фьюза почти не играю. А где эта статистика? Где-то есть. По-моему, ubit.com. А в это посмотри в испытаниях, там за эту ачивку дают, что там зарегался. Там подробная такая статистика клевая. Да, Юби что-то там R6. Второй этаж. Ты как бы можешь это и в самой игре в меню посмотреть, но ладно. Не знаю, там как-то детальнее, как по мне. А в игре можно, да? В там игре, да, там для каждого оперативника написано, сколько ты минут наиграл, количество убийств, приборами каждого, и так далее. Для каждого оперативника это получается в каждого оперативника? Да, в каждого нужно заходить на сайте. На сайте общая таблица есть, да. О, да, да, таблица, это удобно. Удобно. Скучно. Тебе нравится нажимать на кнопочки? Да. Кнопочки для того и созданы, чтобы на них нажимать. Неправда, не поспорь. Как это неудобно, да. Так, они что там какие-то дырки делают? Мне это уже не нравится. Да, определенно. Я тут дырки делаю, такой, знаешь, бежишь. Дырки в лицах. Кто посмел? Я делаю дырки в лицах и в блицах. Пара-пара-па. Господи, как это еще много в Одиссее. Я уже понял, да. Если он не прям близко, то мне... А почему ты его хочешь? Ну, потому что он клевый. Разве нет? А, здесь капкан на окне. Да, колдухи никого. Нет от тебя. Так, вот здесь капкан. Данил, осторожно, где-то камера. Похор, давай, чекай, зайдем. Я не пойму, где. Камера? Сейчас сломаю. Ты сука. Ты сломал. Ну вообще... Там капкан на окне. Махор, капкана нет? Не смотрел ты сейчас? Нет, там тут нету. Они вообще другой, они вон там. Капкан я уничтожил как-то. Я взорву, Данил, что ли? Данил, давай, давай. Смотри, скач мне. А, блять, смог выбежал просто. Видел, да. Давай, Илья, ты отсюда смотри, ребят, мы хочу открыть. Блин. Ну вот. О, Данил, здесь у нас человек был. Хорош. А че вы тут? Кто он был? У меня был док. А у вас, видимо, смог. Там вон где дырка была. Я открыл хэч, Саверина. Ага, спасибо. Че, мне с тобой идти, наверное, или я, да? Не знаю. Как хочешь. Робот готов. Разведбот готов. Здесь на двери капкан, осторожно. На этой? Ага, понял. Ага. Ну ты его сломаешь, я... Да. С другой слева стороны. В коридоре никакой. Сейчас бы сюда спокойно пропилить да поставить. На точке должен хотя бы один сидеть там у них. Да, вот сидит. Понял. Это Фрастюх. Смолюй.
Хорош. Вот это байтуха. Ну, все, на точке никого. Осторожно, на входах к силке. На точке никого нет. Заметил. На точке был кто-то, по-моему. Вот-вот, сейчас забежал. Забежал. Все, подождите. Подождите, я дроню. Он в угол сел, то в тот же. Да. Смонг. Осторожно, силки. Данил, на лестнице сзади тебя, человек. Бля, я в силок попал, я мертв. Я в другой попал в силок. Ой, красавчик. Ой, дай. А, он даже урон не получил. Ебать. У них все стенки заделаны, Гнат, не видишь, не знаешь? Пофузить там, да, нигде. Илья, давай с двух сторон. Давай. Вот там был. Куда ты смотришь, Илья, да? Ой, Данил. Это ты, Илья, стрелял. Сейчас посмотрим. Ой, зря ты в бота. Аккуратно, не спеши. Давай. Охраняйте химконтейнер. Но он на мне. Не на мне. Блять. Зра это дробовик, да. Вот это прикол. Ну вот этот пидор почти эйс сделал, кстати. Ну да. У нас махором убил и вас. Он и меня убил. А, значит эйс. Ебать. Ну, долго мне танцевать, давай быстрее. Чего ты ждешь? Бля, мы так четко все. Да выползи с точки, господи. Да ты зачем перепрыгнул-то? Надо было тебя обойти его и все. Бля, ну у него дробыч был, я пока обходил бы его, он все равно меня убил, чувак. Ну, когда ты обходил, ему бы пришлось выйти из своего укрытия, я бы его пристрелил. Бля, понимаешь, чувак, ты раньше зашел, и я надеялся, перепрыгивая его, типа, врасплох заставить, короче. Ну ладно, не суть. В общем, это в любом случае косяк. В данный момент все можно винить на Махура, который без нуля убийств. Эй, я здесь сделал, вот не надо сейчас. Бля. Так, подождите немножко, ладно, сейчас я отойду и вернусь. Илья. Что, Илья, мудак. А кто лидер? Данил лидер. А, ладно. Пожди с ней пойти. А, ну мы в меню уже возвращаемся, я точно секундочку. Я хочу в пятницу пойти. Ну можно и в Destiny, в принципе. Вот после, ну как бы еще одну сыграть, пойти. Ну да, можно. То надо ехать, может, Nightfall сделаем? Без Данила? Да? Ну он не пойдет, наверное. Ну, мы вдвоем не сделаем его. Ну, кого возьмем кого-нибудь? Не знаю. Из клана позовем. А ты делал, нет? Что? Nightfall. Вообще или сегодня? Вот этот, ну новый. Нет, не делал. Потому что Данил сказал, эй, мне Destiny не надоело, я буду играть только в Сидж. Сейчас за месяц ему Сидж надоест, то он что-нибудь новое придумает. Ну, как всегда. Ну, я заметил, мы в последнее время очень много в Сидж играть. Слишком много, даже для меня. Я вернусь. Мы тогда последний раз играли в него. Сегодня? Сегодня, да. Я вчера. Мы сегодня вообще так нормально засели, да? Тогда это. С Антоном и с Катусом. Вообще накрошили там, и я. Ну заебись вам, блять. Ну да. Днем это делали. Ну да, так это. Там свои не убивали. Да. Ты говоришь, Махор не делал фрагов. Че, был один. Да не в ту сторону. А ты что говоришь, Илья? Ты сам меня убивал вчера. Когда это было? Когда мы играли на реалистичном друга. Ой, на реалистичном, знаешь ли, Катус меня тоже убил. Я тебя убил, значит. Я должен Катус убить, ну. Я тебя убил, значит, так надо было. Мы же в том раунде победили. Я даже сделал лейс. 4. Ну и что? Все равно же всю команду убил. Не пятерых же. Там еще, блин, тогда в спальне под последние секунды оставались. Я за хибану играл, заглядываю, там капкан Дес сидит у кровати. Мне хорошо было. Да, у меня было что-то там хп 15-20, думаю. Пришел, еще, блин. Короче,
побегу к нему, вижу, капкан на двери висит. Хоп, в сторону, на шар обстрелял, попал. Пидор. Что тебе сказать? Люблю тебя. Где это аутист? Хороший вопрос. Дрочит, небось. В зеркало стоит, смотрит. Откуда ты можешь знать, какие такие подробности? Вообще. Подглядываешь за ним, Пади? Я почему-то уверен, что он так делает. Каждое утро и каждый вечер. Да, как прошел твой день, но я... У зеркала. В общем, как обычно. Да-да-да. Впрочем, ничего нового. Ну, это и правда. Странное предположение. Ну ладно. Оставим твоей совести. Ренат, у тебя все равно говно качество на стриме, почему? Почему? Ну, у тебя 540 на 60. Почему? У меня нормальное качество. Ну, у тебя единственное выбор, 540 на 60, и все. Ну, нормальное качество. У тебя вот на весь экран его открываешь, и все не очень. На телефоне можно спокойно смотреть. Стас, смотри, ну, да. Посмотри. Все, я тебя понял, почему. Да, ты на Твиче стримишь или на Ютубе? Я на Твиче. На Ютубе мне нельзя сейчас. А. Нельзя? Да. Мне там пожаловались на меня какие-то пидоры. Какие? Да не знаю, какие-то обеспокоенные горожане. Ага. Обеспокоенные горожане. Не знаю, меня за это как-то... Страйк сообщества дали за то, что у меня в названии видео было слово пидоры. Хотя в самом видео я ни разу это не говорю и не оскорбляю, а мне, короче, поэтому по оскорблению чувств, короче, этих. Пидоров. Ну, короче, я сейчас очень осторожен в формулировках, поэтому не тороплюсь говорить. Тебя уже пишу заявок, да. Как, сука, формулировка там была за. Ущемление прав пидоров. Да, короче, пидоров. Вот да, не пидоров, короче, а это нарадужного сообщества. Вот этого, да, вот типа того. У них же есть аббревиатура прям какая-то. Трансы, агендеры, блин. Я помню, в этом нравилось, короче, в этой вадовой кухне, короче, когда им там прислали письмо с вопросом, мол. Вы. А вот, да? Вот клевый у вас подкаст, все классно, шутки смешные. Но вот про геев вы что-то, вот, короче, вот зря так. Я тоже гей, короче, мне вот очень иногда коробит. Зря вы так. А все такие ржут, бля, может, это вы зря? И нарастите друг друга. Вот это я помню, взорвало меня. Вопрос на вопрос на вопрос. Да, так это может вы зря, вы че. Так, Данил вылетел. Блин. Хороший знак. Я тут. На Данилы нет. У меня почему-то комп выключился и начал включаться. У него? У меня. Ну, у Данилы, видимо, тоже. Потому что его вообще нету. Даже в Дискорде. Блин. Нет, хорошо, мы рейтинг не начали. Фу. Сейчас было бы очень сыкотно. Забавно, я сейчас статистику смотрю, короче, и больше всего играю за слэжи и за смоука. Так, я тоже посмотрю, где это надо. А, Game Reynolds X и ребятышка. Рейтинговая игра победа 6, поражение 5. Это, да, в испытаниях клаба, короче, в классике указано это. Транзит на сайте rainbowsix.ubicom.com. Ком. Так, что, мы продолжаем, что ли? Ну да, я думаю, вполне. А, Би уже писал. Да, кстати.
Шли пиво. Пойду-ка я ему маякну, что место есть. Где моя ачивка? Денег же надо поставить на завтра. Работал. Так, у меня самый почитаемый защитник — это бандит 50 часов, а так и рашка 39. Ну, неудивительно. Раз-раз. Раз-раз. Да. Бля, у меня, короче, скачок напряжения был. Меня... А, так вот что такое, у меня тоже был. Меня ребутнуло, короче, я сейчас перезайду. У тебя тоже был, да, Реныч? Я, короче, поменял разрешение, и у меня все ребутнулось в этот же момент. Я подумал, что это с этим связано. Потому что, смотри, у меня монитор как бы горит, теле горит. Они выключились. Не, все дело в том, что что-то со светом было, короче, вот. Ты с мобилкой, что ли, говоришь, да? Да. Ой, тату, просто приятный микрофон такой сразу стал. А что, до сих пор плохо, что ли? Я думал, я настроил. Нет, ну отсюда его, лучше, нет? Отсюда лучше звук. Сейчас нет. Прискорбно, что сказать. 200. Здорово. У нас уже нет места. Тогда, может, я пойду в Destiny? Отлично. Нет. Есть место. Нет. Не выходите из Dark Souls. Совсем охуел, что ли? Чё, я в Destiny хочу. Мне надо... Я завтра на работу. Мне надо выпить по максимуму. По Awful Gear. Выпить, даже послышалось. Завтра вернёшься с работы и выпьем с тобой по Awful Gear. Заебал меня, блядь. Кусок дерьма, блядь. Завелся. Давай одну последнюю сыграем и в Destiny пойдем. Давай. Бля, да вы гоните, что ли? Мы же в рейсинг. Нет, уже... Нет, сегодня нет. Давай пиво на связи, в общем, мы напишем. Да. Угу. Скоро. Давайте зовите тогда меня. А, Данила. Короче, зовите, вы же там втроем сейчас сидите в логе. Так, зовите, кто-нибудь я свернулся. Шаян, сидите в ранте. Данила нет онлайна. Да. Ну, само собой, потому что я перезагружаюсь. Ты долго перезагружаешь. Давай быстрее. Сколько можно ждать-то? Ты хочешь его выбесить, что ли? Я же вон зашел уже, все. У меня же тоже скачок был напряжение. Кто, блядь, так громко пьет? Данила. Я. Ты ужасен. Угу. Хули поделать. Илья? Да. Прочекай. Сейчас я, по-моему, все сделал, все, что нужно. Угу. Нет. Не все. Он на 720 поменялся. Ну ладно, уже что-то. Почему? Надо максимум. И FPS на 30 сбросилось. Фу, в 30 FPS вообще невозможно смотреть. О, Кирюси. Минимум 120 давай. Что минимум? Минимум 120 надо. Ты, из-за этого и скачки напряжения, блядь, происходят. Смотрим. Вот. Тут и башня 120 FPS. Да, ком сгорает нахуй. Блин, там же даже разница, по-моему, незаметна, 60 и 120, нет? Развернись. Сейчас. Ну, да, 1080 есть. Слушай, это чё, эти, опять татары видосики присылают? Сейчас я зайду, ребят. Тут, бля, я что-то вспомнил, короче, самую крутую рекламу про спам, которую видел давным-давно.
когда, типа, это такой где-то переворот, короче, в Либерии происходит. Там такой негр какой-то такой, что-то на компе что-то набирает. Там такие вырывают солдат. Короче, все, теперь, короче, власть наша. Нет, вы никогда не узнаете, короче, где эти там 30 миллиардов, короче, наших денег. Я отправил их совершенно незнакомому человеку, у них не отследить. И такой чувак, короче, сидит, короче, так, лечит грудь, спам, лечит член, спам, 30 миллионов из Либерии, спам, такой удаляет. И так это, там что-то реклама была этого, какой-то проги, которая, ну, выделяет спам от не спама. Вы не пропустите нужные сообщения, так. Я что-то вспомнил из этого, из Скотта Пилигрима, типа, это же спам. Ну, Данила, опять скачок. Что, он отвалился? Ну, привалился, к сожалению. Отвалился, привалился. Знаете, за кого в Сиджи я меньше всего играл? Я пока захожу одну минуту. Очень важная информация. Расскажи, пожалуйста, нам. За Тачанкина. 43 минуты. Хватило. Мне что, приходить за него играть? Запустил в антитеррор, послушал его все фразы, такой и вышел. Пойдем пулеметик. Да. Я не слышал эту фразу. Блин, он как поднимает пулемет. Самые шикарные фразы у русских, да. Пойдем пулеметик и к окну не подходите. My work is done. Еще не орут. Да, 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 да. В английской версии. Блин, я хочу в английский играть. Я в английский играю. Ты сволочь. Это... У меня тупая версия. Ну, блядь. Так, ладно, сейчас я захожу в Сидж, сейчас я приду через минутку. Давай. Могли с пивом уже одну игру сыграть. Вот-вот. Угу. Да. Надо. Чё играй какой-то в Besiege. Чё? Да, Besiege. Это как Siege, только лучше. Чему? Не знаю. Не, ну, забавная штука. Типа конструктор осадного оборудования какого-то. А, я помню, да, я видел геймплей, да. Забавно. Вот. Там типа конструируешь всякие штуки. Ими убиваешь. Я с ним вчера как раз по этому поводу разговаривал, и разговор дошел до того, что я предложил ему играть в конструктор симулятора 2015. Он отказался. Мы будем ли играть в конструктор симулятора 2015? Что это вообще? Да, думаю, почему нет. Это. Там надо видеть скриншоты. Сейчас я. Вот я сейчас не поленюсь. Все равно даем полчаса еще идти будет. И покажу вам. Пока Даня, блядь, идет, мы уже полночь наступит. Угу. Да он нет. Так. Че ты говоришь? Да, что такое? Это сообщество же, да? Криншоты. Чё-то мы розовые все стали, а? Я изменил цвет. Вот ты пидор. Ты розовым сделал? Конечно. Ну, это намного лучше, чем говнистый цвет. Ну, синий мне тоже нравился. Синий мне тоже нравился. Не, это тёмно-красный пиздатый, по-моему, не знаю. Чё, всё запускаем? Сейчас не тёмно-красный. Угу, да, запускайте. Да? Всё, пустил. Ебать, глаза режет этот цвет вообще, пожалуйста. Вот, напишешь опера, и сразу все увидят. Такие, ого, надо сидж. Нет, ого, закрыть диско. Выйти, блядь. Бежать, блядь. Чё не пьёшь, чай? Ты нас скинул вообще все скриншоты, которые есть. Да, сейчас я все нормально сделал, все нормально. Переживай, не ссы, братан. Чё это за хуйня? Конструктор-симулятор 2015.
нихуя. Блин, помнишь, сейчас я найду, я ищу. Найди с бетономешалкой. Сейчас я найду. Вы меня орите, когда там что-то происходит? Ну, происходит. Ааа, бегу. А, я же, точно. Я забыл маленькую детальку, что я это... должен говно оставить. Именно этот скриншот мне продал игру. А сверху не усилит? Остается 10 секунд. Еще 5 секунд. Враг обнаружил взрывчатку. Приготовиться. Махор, отойди, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Не еще. Патронов нет! Я не знаю, куда они идут. Надо что-нибудь усилить еще, нет? Может быть, вот здесь. Может быть, наверное, точно. У них, видимо, клевый твич, потому что две камеры живут. О, фуз! На, в окошко. Не фьюз, это просто. Он в то. Нет, это был фьюз. А, ну окей. А, я там на Б проломаем. Да. О, Лусьон заработал. Перезаряжаю. Наверху заходит. Сука, где эту бабу выключить? Ладно, походу нигде. Деактиватор у меня, кстати, здесь. Ага. Ренат, можешь прямо на него сверху накидать своих гушек. Можешь сифор под него поставить тогда. На рояле в окне, Ренат. Фига, какое клевое место. Буду тут сидеть. Не обнаружили? Ренат, прям на деактиваторе кто-то. Кто это? Это по лестнице или... Это окно сломано, ёпта. А меня вообще слышно? Да. Да. А, ладно, хорошо. Что? Нет, просто я Ренату все это время говорил, а он стоял на месте, не двигался. Последний. Махар, подойди вот сюда, прикол будет. О, он здесь в туалете. Ох, нихуя. Прикол. Ты думал, в окне, что ли? Нет, я там сифор положил и хотел взорвать тебя. Вот ты твой. Не удался, ты выиграл. Не смешно. Бля, это было бы охуенно. Да.
Че, Махор, ты сильно на глаз захочешь поиграть, да? Угу. Ну ладно. Не-не-не, если... Видать, хочешь, не сильно. Бля, или... Я могу... Ладно-ладно. Насколько сильно ты хочешь поиграть на глаз? Если бы у них были поезда, я бы очень хотел на глазе поиграть. Я как бы с этим расчетом хочу взять. Я на этой карте всегда беру глаза в атаке. Ты и никогда не проигрываю. Ты никогда не брал глаза, понимаешь? Я всегда брал, ну, последние часа 2-3. Сука. То есть сегодня имеешь в виду? Бля, он в прошлый раз один раз его взял, и теперь говорит, что он всегда его берет на карте. Ну, мне понравилось. Ну, я больше его не брал. Он заебись здесь. А, это... А, давай, Даш. Да, этот сателлайт, который, сука, звук называется. Как... Короче, коктейль... Бар, бар, бар. Коктейль, коктейль. Коктейль, бармен. Кому нравится суп Лангман? Что? Лагман. Лагман, да. Если да, нормально приготовлен. Я вообще обожаю его. Коктейль такой? Лапша там заебаться. Кастер да, стеночек да. Своих. А, чё я её жму? А, один в этой... В морозилке. Не знаю, почему я вспомнил про этот суп. Не слишком умён, да? Вот здесь кто-то ломал. А, у меня же мины. Вот здесь. Кто-то есть? Да, там кто-то. Ну, это ожидаемо было, в общем-то. Ну, у них там... СОГшка стоит. Ну да, не докинул. Стало готово? Ты... Так, блин, куда мне фьюзить-то? Да можешь фьюзить на... Я минку сейчас поставлю, пусть это... Попытаются тебя убить. Как тебе такая идея? На А никого нет. Я положил кого-то. Вон вот там внизу. Ты будешь, сука, с... О, спасибо. Уполз уже, да? Да. Бля, я вообще подниму, сука. Этот наглёшь. Наглёшь, балдёшь. Вот я, можешь ставить? Деактиватор не у меня. А, погоди, у меня, лол. Да. Да. Хуя. Поехавший ублюдок. Процесс отключения запущен. Охраняйте сектор. Убили? Да, через дым. Есть. Хорошо, ты. Да. Ох, вот это был бросок. Видели такую позу, да? Она такую позу приняла. Какую? Позу принятия. Побежденного. Будет полезно. Че, надо довести самого бесполезного до часа игры хотя бы. Будешь с ним пулеметчиком бегать? Давай, я поставлю окно перед тобой, открою его, и ты будешь пидорасить через него из пулемета. Давай.
Я-та-та-та-та-та-та. Как ты это можешь сработать? Будьте начеку. О, бля. О, здесь, идеально просто, да. Здесь это жестко будет так. Айда, вставай сюда. Айда, усиливаем эту стену тогда целиком. Я посередине ставлю... Ну, вы поняли, короче. Пулеметик. Свою хуйню. Пулеметик, да. Только это меня вот отсюда мог легко расстрелять из окна. Так, давай на все окна ставлю свои хуйни. Меня спалили. Так, Данил, подожди, сейчас я скажу, в какое место ставить, чтобы тебе. Господа, дайте мне одну стену в холодильнике. Да, давай, возьмите. Попал, блин. Так. Ага. Сейчас я поставлю. Смотри, вот, вот, вот прям вот сюда. Вот сюда. Не-не, не с этой стороны, не с этой, стой, с Б, с Б. Да, чтоб я вот этот проход мог смотреть. Дайте одну стену в холодильник, пожалуйста. Я бегу со стен. Блять, а где холодильник? Ломает, ломает, она ломает. Я заблудился. Нет, нихера отсюда не видно. Серьезно? Да. Вот так вот, а то... Не, я даже так не вижу, блин. Чё, говно, говно страта, да? Слишком высоко окно, вообще не вижу ничего. Ну, а ниже-то его не поставить. Либо, но... либо в приседе, либо так. Да. Чё? А? Думаешь? На улице кто-нибудь есть? На из окнах. Наших нет. На окнах. Он, да, наверняка. Это было чревато, но ладно. Оп, запрыгнул, запрыгнул меч. Оп, запрыгнул, в углу, запрыгнул. В углу. Где, на? Да. Еби его, Махор. Махор, ты чё? В окне есть один, в окне есть сука, один. Сука, ах ты пидор. Все, по лестнице побежал. Все, меня убили. Шакал, шакал, шакал. В общем, говно страта, больше так не надо делаться. Да, ребят, чё в камерах? Бля, это было легко. Трупики мои любимые. Один слева на улице в окне был, далеко за машиной стоял. Один на здесь запрыгнул. Есть? Нет, левее. Ой, блядь. Норд-Вест. Вот там он был. Данил, Данил, вот. А вот это не в проеме был в дверном, а именно в окне слева. Дробовик взял. Мне вообще слышно, нет, ребят? Да, да, слышно. Да. Я ранил его. Заинжогил, в смысле? Да. А, ну так беги в окно с форки. В угол поставил на А. В правый угол. Деактиватор найден, уничтожить. На улице он видно сам. Установила C4. Дай! А! Давай! Это он пере... А погоди, у нас обоих там? Я в правое окно сейчас смотрел. Я через одну минуту. Обоих нас в это же окно. Ох, как круто. Этот даун меня тоже убил. К сожалению, не смог его убить. Это моя вина. Ладно. Я к нему почти за спину зашел. Ну, только смотрел на меня, когда я выходил. Так что, наверное, не за спину получается. Так, пока Данила нет. Хитро. Ему термит остается. Если не новичок. Да. И новичок. Предлагаю его застрелить в начале раунда и сказать, что это был спаункилл. Спаункилл, да. О, как они синхронно это все делают. Молодцы, ребята. Что именно? Броню брали. Я забегаю, там, короче, такие в четвером. Там С4. Картишки перекидываются. Че, делаем страту, я на вход кидаю дым, кто-то забегает и ставит заряд. Но давай, только, ну, это работает. Только не по тупости, не сразу, да.
Есть только СОГ. Погоди, да я только сначала это, подожди, когда я кину, то вдруг там СОГ-ки стоят. А то с одного дыма мы можем не поставить. Извините меня. Бог простит. Данил, они собирались спаун пикать. Ну, мы тебя прикрыли. Да. Очень смешно. Ты видел ли я, как хотел убить меня, когда подошел? Че? Че, давай закидаем дыму, и ты я так и хочу, да-да-да. Все, а надо с этой стороны. В двойную или? Сейчас. Да, в двойную. Только Дэс туда кинь свою штуку, да, чтобы да, я бегу соги уже снять. Я сломал этот... Так, взрывай давай. А? Данил, у тебя деактиватор. Я знаю. Кидай свою хуйту туда, братан. Там что человек стреляет, аккуратно. Надо ползком. Давайте его кто-нибудь на краешку сюда ставьте. Ага. А, хорош, хорош. Поставил. Давай, беги, беги, беги. Ах ты ж... падла. Смотри через дым, братан. Живи, Мопа. Живи, я ползу. Я ползу. Прыгнет. Забейте эту суку. СССР, блядь. Второй этаж. А, меня положили! О, просто догнал. Господи, как я за ты парашу убил кого-то, я даже не понимаю. Это пиздец. Это что вообще такое? У кого-то отток сняли. М4. Это же этот, как его, новобранец, какой нахуй отток, что-то не съешь. А, нихуя себе. Опасный парень. Вообще. Такой ёбчий вас. О, что, мы победили? Чё, Илья, пойдём? Вот как, с одним, блин, с одним киллом на втором давайте месте. Ещё его заебали. О. Ну, можно еще одну, и тогда пойдем. А то это какая-то слишком несерьезная была. Тебе нужно посерьёзнее? Не, по-моему, мы отлично их это поставили сейчас просто прекрасно. Ну, да. Мне очень понравилось. А им, наверное, не понравилось. Вряд ли. Да. Ну вообще я надеялся, что кто-то еще на мину мы нарвется. Вообще надо было на Махора поставить мину. Че-то я. Чего сегодня хотите все убивать? Я не понимаю, что вам сделал. Ну, ты сам убиваешь. Ты типа понимаешь, я что всего... это карма, чувак. Случайность. Почему сегодня? Эй. Почему не всегда? Надо договориться. Ой. Ой. Отлично, вообще уже минус 2. Да, давайте быстро пикаем, пока к ним никто не пришел. Ой-ой-ой. Что делаем быстро? Выбирайте кого-нибудь быстрее. А, все, уже поздно. А-а-а. Блин. И пришли нагибатели какие-то. Да? Понаехали, блять. Отлично. Там 1/10 уровня, нормально. Хочется грузиться будет. Че за говно, могли вообще так изи их победить, ничего не вернулись. Ну. Блять, наверное, вот этот чувак, который грузится, просто молотком начал по роутеру хуярить, чтобы побыстрее дольше грузиться и быстрее какие-нибудь другие подсоединились. Давай, блядь. Ай, сука! Жаль, нету дока, да, правда. Ты под себя кинул? Да. У меня такой был один раз, да. Ты че под себя кинул? Impact Grenade. Да. Лорд.
под себя сходил. Я хотел поставить это. Меня просто на 3 гранаты, на 4... Ну хуй с тобой. О, как у тебя все тяжело. Броню один не взял. Я бегу, возвращаюсь. Потехи. Все, нормально. Я, кстати, не понял, как нужно, можно раскопку поменять. Во время атаки. У меня почему-то controls. Включаю камеру. Ничего. А нет, можно. А нет, нельзя. Включаю глушилку. Глаз, в том направлении. Блять, в окно. Где глаз, говоришь, был? Не знаю. Там вон там один. Блять, ах ты ж мудила. Там эшка. Есть инфа, кто в каком окне я? Ну вот где я показал, там эшка. А где ты показал? У меня есть камера на улице, но вот я ее... Данил, блин, мне тут прессуют из-за тебя, вообще вовсю. Я уже бак убил. В смысле, из-за меня? Хули ты мне не говоришь, что даунчик? Блять, надо застрелю тебя на... Сейчас показал бы мне, что вы вышли с камеры. Поёб. Так, а в окне на исте вот здесь снял бороду. Шо? На меня здесь, да. Меня сломали здесь. А, меня спутят. Ренат? Ау? На моей третьей камере, посмотри, видишь дыра в стене, где я стою? Вот они где-то тут, короче. На крыше вижу одного, можно было выбежать, конечно, бить. Я отметил. Убил. Все. Он убил камеру. Бля, не дергайте камеру на лестнице. На, блять. В окно? Шел один, да, слэш. Он в колоточке. Ну, он в окно вошел или где? Нет, он не в окно вошел, он вошел через лестницу. Не в окно. Где сортир? Один враг еще жив. Если вот этот нежданчик, блять. Откуда? Отсюда, да? Да, я убил его. О, меня прострелит вот здесь, в сортире. Че, время поздороваться? Да, вот он. Ха-ха. Противник Пидор. Он на мне. Я не дал. Ну, блядь. Я вот так сделал. Как я его не убил-то, господи. Ну ты его прям накидал сзади. Интересный вопрос. Надо было просто импакт гранат вас обоих кидать. Блин, вот это убил. Было бы очень красиво. Да, было бы забавно. Ну это слишком тупо, к сожалению, чтобы временные сроки такие решения принимать. Поэтому получилось. У кого клеймо есть? У Тачера, у Термита. Нет, из вас никто не возьмет клеймора? Ну хочешь, я возьму. Придется мне. Я взял. Ну, уже поздно менять. Спасибо, братуха. А нахуй у тебя клеймор? Ну было бы неплохо, чтобы был один с клеймором, а я был фьюзом. Я бы фьюзил в окна, они бы выбегали и натыкались на клеймора. А, не, они на визах. Местонахождение объекта установлено. Там, где нужен фьюз, но не нужен хибана. Нооо, бронец. КВ раздробовиков. В таких случаях или можно сказать, ни у кого есть клеймора, просто попросить кого-нибудь взять клеймора. Ты как будто не особо верно вопрос поставил. Тебе так не кажется? Вполне возможно, я хочу спать ужасно. И в Destiny. Не знаю, что лучше. Хочу спать в Destiny. В Destiny. Лучше продолжить ебашить в Siege, мне кажется. Нет? Всегда. Сломали.
Блять, я чат открыл. Дырка в потолке на входе, он с потолка будет через дыру стрелять. Меня прикроете, я может кого-нибудь отслежу сверху, если получится. Махара, тебе нужно гранату вот сюда кинуть. Куда я? Вот, да, блять, а почему не дотягивается, мне прям в комнату надо вот зайти, что ли? Желательно, вот чтобы об это попало. Вот он, пидор. Грубо говоря. А, кажись, там никого. Ну, камера уничтожена, но там никого. Охраняйте контейнер. Охрану контейнера прекратите. Я положил его, бля, который наверху. Как, который наверху бегает там вовсю, братан. Ну, бля, у меня был инжур, я когда через потолок стрелял, но я был инжур. Каверу снял, каверу наверху снял. Тебе, Данил, не дали очки сейчас? Нет. Воу-воу, махер там убегает. Убегает? Угу, вот здесь. Да, пока никого. Вот это все, я глазаст. Махуй, у нас тут сифоры. Я уже взрослый. А, так это вот чувака, которого убили. Что-то выломали, это вы? Ах ты ж... Шпидер. Так, один на втором. На Мира. А еще один где? Мира вот здесь прям. Да. Готовьте позиции, охраняйте контейнер. Прекратить все действия. Они все рекруты, что ли, что за безумие? Жив один оперативник. У них Мира на точке. Она быстрая, да. Блять. Удачи, братан. Ну нет, пожалуй, не хочу. Я именно с этой позиции делал эйс против пятерых. Один оставшийся. Блять, жалко, нельзя чужой мин забрать. Там. Было бы очень забавно. Нахуй шло. Эти операторы слишком тупые для этого, братан. Отследи хуй. Как да нет следов. Как настоящий кто-нибудь. Не знаю, что я хотел сказать. Как настоящий ведьмак. Чуйку включи. 20 секунд. Да, ёпта мать. Никак не научитесь. Хорошо. Дес любитель дождать. Да, 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 да. Момент, когда 7 секунд останется. 5 секунд. А, так. Ты... Нет, зачем? Тебе на точку надо. Чего? Ну вот я на ней был. Ты бы мог начать ее защищать. Не успел добежать. Ой, я люблю это говно. Классика, блядь. Классика, Дес. Сука, да я вот просто слышал эту стенку. Думал, он прям за ней. Не, ну я забил. Да не ебет, я забежал. Ничего не знаю. Ничего не знаю, я забежал. Так, блять, Вова, не тупи. Возьми, сука, вот это, да. Ну, мне кто-то вышел. Зато я, по-моему, первый в жизни килл на шакале сделал. К обороне. Враг не должен обнаружить тим-контейнер. Приятно прям. Займемся персональной защитой. Абсолвер говно или нет? Не, очень крутая что штука. Это, что это? Ты про какое говно говоришь? Абсолвер. Говно с Рутгером Хауэром. А?
Что? А, нет, погоди, ты... Где вот это, где а, ближний где бой? Драки? Да, клёвый, клёвый, да. Клёвый, я играл. Ну, типа, его обновляют еще постоянно. Что это вообще? Кто-нибудь расскажет? Это, ну, грубо говоря, файтинг. For Honor индишный. Мире, я так понимаю. Да, инди For Honor. А, я понял, да. Врагу не удалось обнаружить химконтейнер. Как назывался, Данил, та нормальная игра, в которую мы с тобой играли? Сейчас. Нидхок? Да, Нидхок. Противник обнаружил химконтейнер. К окну не подходите. К окну не подходите. Ловушка готова. Держите подальше. А, они, походу, через сортир. Ой, сортир, блядь. Через гараж. Один квизом подходит. Давай, родники, подходи. Mm-hmm. Ну давай, иди, иди сюда, пожалуйста. Зайди, зайди, зайди. Фузить будет. Нет, не зашел. Пилет. А вот и фуз. Фузин, да. Если тебя на улицу выбегу, это будет совсем идиотско. Ну, смотри, откуда ты выбежишь, братан? Вообще один чувак вот вообще тут сидит, короче. Один на визах. Я попробую с главного выхода выбежать, с того. Ну, попробуем. Там на окнах, да, на исте? Да. Один вот тут, вот прямо надо мной. Да, хибана внизу. У нее вообще 25. Ух, махор. Как жить захотел. Нормально, нормально. Где именно она? Она прям на визах была? Или она сразу, на лестнице, на лестнице по мне спускается. А, было. Аккуратно, справа, справа. Блин, не заебали дронить. Всё, на лестнице меня. Да бля, я не понял, что не сразу. Данил, понял, ты можешь что... выбежать с этого входа, с... там, потому что чувак висит на окне. С какой стороны? Да. Вот он физит, он физит, физит. Во-во-во, быстрее, 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 быстрее. Все. Вдвоем выбежали. Конечно. Чтоб наверняка. Чтоб сразу обоих убили. Мне дали ассист. И там, короче, наверху еще один чувак на крыше. Пускай, спускай. Я, короче, смотрю эту камеру и скажу, когда он будет висеть на каком-нибудь окне. То есть на исте или на саусе. Я бы предложил бы кому-нибудь караулить истовскую стену, а другом на саусе. На саусе. А, ну, в принципе, Данил на саус может выбежать, да. Давай я внизу буду стоять ждать. Ну, походу, он пойдет с той стороны, я мне предчувствие. Как будто с Норс пойдет, или с Вест. Я смотрю, смотрю камеру. Блять, так хорошо капканами обложился, они даже не подошли. Обидно. Очень. Классик. Ну чё там? Ладно, ты, Данил, от камер смотри. Mm-hmm. Он, походу, на винтовой. Я чё-то не вижу это. Я слышу, когда кто-то бегает и чё-то в телефоне. 15 секунд. Есть, ну, всего 10 на винтовой никого, может он на крыше на винтовой? Всего 5 секунд. Это, видимо, нет. Эй. Враг а, вон он где. Где? Он в туалет заходил. Это я зашел. А, ты был? Ну ладно. Ну ладно. А серьезно, это не все, я думал, это последний раунд, я что-то загнался. Кто-нибудь будет термитом? Конечно, будет. О, все. Бля, как вкусно всегда вот так. Че, я уже чуть не начал грубить, сука, отдай термита. С
Согласись, ты впервые такое слышишь, да, чтобы термиты дрались. Да, среди наших чуваков точно впервые. Хотя раньше Реныч любил меня в игре. Да, когда только начинаем. А его понерфили, что ли, ему? Наоборот, апнули. Ну, у него, по-моему, всегда пух клёво было. Я его на нем не играю, именно потому что мне кажется, что его винтовка — это какой-то лютый кусок дерьма. Да, вообще не удобный. Ну как мы удачно взяли? Ты говоришь, что... Кто со мной на рояль пойдет? Ну, точно. Я глаз. Махор пойдет с тобой, она ЕКЮшка. Справляй. Так, этот как его? В смысле, ты говоришь, что мою винтовку апнули, а что с ней сделаю? Рекойл понизили. А нахуй ты на нем не играешь? Тебе же раньше нравилось, а сейчас начало. Она хуже стала. И мне удобно было, когда у него там бешеный рекойл был. А, вы про глаза? Ага, нет. Про термит. Кого? Термит. Термит даже такой. Воу! Блять! Сука! Все нормально, это я. Блять. Ренат тупой, говорит, я. Мне ему не понравилось то, что его апнули первый. Дай тебя зафьюзи здесь. А там. А ты не думаешь, что тебе сейчас будет стрелять? Нет, забавно. Окей. Жди, там даже ничего нету, по-моему. Бля, я сначала думал, что это я его убил. Стой, не стреляй. Да, вот теперь они начали стрелять, да? Вот, теперь они начали стрелять. Какие молодцы. Илья, погоди. Кто это у нас на рояле такой сидит? Сидит на рояле, блядь, понимаешь? Один на еще у меня. Надо. Мира там в углу. Где? Это здесь, вот две метки. Через эту стену... Илья, где? А, вот здесь, в двери был. Ах ты ж сука. Может, нет уже. Там у него хп вообще немножко осталось. Блять, я мира отсюда не вижу. Он на земле лежал, Реныч. Где он был? Где он был? Скажите это фьюзе. Прям с тачкой из белой рядом, короче. Ну, короче... Попробуй через дрон холла убить, Ренат. Посмотри. Ай. Не, что-то его там нет, походу. Не, и дронов уже нет. Противник жив. Ладно. А, ну это Мира, она там в углу за щитом. Она на лестнице. Уже? На моем трупе. Противник контейнера. Противник здесь. Смотри, Ирина, ты куда? Через это надо было смотреть, через стекло тачки. Ой-ой-ой! Где? Да вы чё? Не знал, что она там где-то. Она правее лестницы была. Да ты... Но... Команда ликвидирована. Ну а как жопа чего, что там было минус с другой стороны стоять. Бля, как он там под бомбардировкой такой выжил? Ну, вообще в другой комнате был, потому что ствол. Не, а сколько я не смотрел, он за щитом своим там стоял. У нас вероятно будет гараж тоже, да? Самое интересное, как Данил, ты как тебя вообще Фрост убила? Она убила ее сквозь деревяшку, чувак. Я не видел ее. Илья. Блять, забавно, шоколадная конфета называется картошка. Интересно. Это же пирожное. Это самое лучшее пирожное в мире. Да, да. Заебался, я согласен. Охуенно. Дом, что я... А, не, я знаю. Знаешь, что я сегодня купил, Дэс? Ничего, Принглов? Да, с паприкой. А я с сыром. А у меня с сыром, у меня тоже с сыром все-таки. Да. Блять, вот вы... Я еще вчера ел. А у меня были лейс. Нет, я сегодня что-то на все забил, взял Принглов, пиво и смотрел очень странные дела. Это Stranger Things. Прикольно смотрел. Посмотрел весь? Второй сезон или первый? Да, почти весь первый посмотрел. Да, одна серия осталась. Только начал, понятно. Ну там серии по часу. Ну да. По часу? Ну, а что? Вообще много серий? А, 8, по-моему, 6, в первом. А, 8, да.
Чё-то как вот Сиш сломался, да? Да, есть такое. Ну а чё, хотим грузиться и всё. Ну это вот этот, с молотком и роутером. Который у тебя смотрел? Да, блядь. Напоминаю. Так, Илья, я, короче, пойду поставлю на вход свою гушку. Я... Ага, давай, я сифор снизу. Давай. Мне прям на дверь ставить, да, наверное? Ну... Сейчас скажу, куда. Противнику удалось обнаружить контейнер. О, бля, я только не здесь, сука. Это вообще... Ага, да, да. Это вообще депрессия, блядь. Ты её отметить потом, да? Угу. Противник обнаружил хим-контейнер. Так, а чё, вы фишку с C4 делали? Да-да-да, Ренат, отметить, где она? Они заходят уже. Поздно. Где? На визу. Вот мне здесь. А будет еще один этот? Укрепил стену! Стена? Тут C4 стоит, да. Чья-то. Это моя. А, ладно. Гранат. Всё, мою камеру сломали. Оп. Как оп. Сработает, Ренат, как сработает, скажи. Нас путят. Сработало! Не вышло. Он ушел. Я выехал за бегом, короче, ребят. Снял баку. Бака. Фьюзет. А, хибана! Мне пиздец. С гаража. Бля. А, так, Данила, где фьюз? Он прямо надо мной был. Типа, а ты где? Где я кошку поставил, в маленькой комнатке такой, у входа второго человека. В угол вот, через люк. Ага. А, вот понял. Там, благо, не под было. Над ней был. А, хибана прожигает. Тише. Там же фьюз. Там еще был кто-то спереди. Вот. Короче, она в той маленькой комнатке. Было опасно вообще. Она забежала обратно над объектом, ходит. Ломает камеру, все. Ты всегда железную камеру оставляешь? Занят. Я понял, да. У меня тут кто-то. Да ладно, мне слух подвел, что ли? У меня что-то было из-за люки, что оттуда было. Походу нет. Я буду смотреть твою камеру, или я не отвлекаюсь. О, дроня, да, отсюда. Меня спалили. Да, я смотрю камеру. У меня тут, да. У тебя пойдут? Один или два? Ну, пока один. Один противник. Значит, он один последний. Вот это он и был. Данные пошли. Нет, да. Тут у меня один, да. А, наверху. На твоей камере Илья был. Ушел вправо в главном поле. Угу. Он смотрит хэтч над тобой. Он прям на хэтче почти, нет. Нет. Он на хэтче прям. Ломай хэтч, Илья. Так не надо, пусть сам ломает. Стреляй, он вообще аутист. Просто расстреляй его. По отметке расстреляйте его. Он стоит, что ли, прямо на нем? Стоит на месте, стреляй быстрее. Нет, тоже никого там. Да он там! А, вот он ушел только что. Все, он на улицу бежал. Он вообще тупой. Он не знает, что делать. Он... Вот. Ну как бы, все.
Это такая победа какая-то. Это победа. А что ты не стрелял или? Ну, он не хотел. Я пострелял, там никого не было. О, был он там. Ну, ты значит... Ты стрелял, перестал стрелять, он познал там стрелял, потом ушел. Если я в него ни разу не попал... Попал, там кровь была. То мне не показалась кровь. И криков не было. На меня не попало. Да какая разница, блин, насрать, был он там или нет, если он просто стоял, крутился на месте. Ну, бля, было бы приятно. Ну да. Да, ну... Че, go в Destiny? Go еще одну. Нет. Не, я в Destiny уже точно не пойду, пойду лучше спать. Пошли еще одну тогда, перед сном. Ну, еще одну, если очень быстро, то, пожалуй, нет. Зовите пиво, да, я вышел. Я пошел в Destiny. Пошел на хоть. Спасибо. Ну и вольните. Это че? Да, конечно. Почему ты рассказал, что будешь еще одну? Нет, я сказал, не буду. Пиздец, ты хуесос, блять. Ладно, давайте пока Данил не пришел. Ты каратель это досмотрел? А, что-то нет, я тормознул. Реально, мне там что-то две серии осталось. А, не знаю, я что-то не хочу. Не, ну надо, но... Не хочешь? Не знаю, я почему-то... Не, я в любом случае досмотрю. Я не знаю, я там, это, как там, мини-рецензию фена... Попытался почитать. А, на стене у него? Да, но мне мысливо понравилось, что, мол, я что-то такое же почувствовал. Что, мол, вроде вот, типа, как бы, все круто, Бертрал охеренен. Но, типа, как-то для сериала про карателя реально 2,5 там какие-то драки, перестрелки, это очень мало, ну, да. На 10 серий. Да. Ну, может быть, чисто... А что, пиво заходит, не? Ну, вот он уже здесь. Пригласить же, наверное. Так, сейчас я драк солнце. Ну, я пока вышлю ему. Сейчас, секунду, тогда. Сиеги. Ройвен. Закурю пока. Да уж. Ну что тут сказать? Маги для пидоров. Поэтому ты играешь за мага? Нет, я играю ближним боем. Именно поэтому маги для пидоров. Уж я ебал, блядь, прихожу на локацию, а там просто этими магами, короче, блядь, утыканы. Они постоянно самонаводящимися этими самыми магией, короче, у тебя хуярят. Сейчас я перезайду. А потом чуть дальше проходишь, я там хотел одну катану взять. Там вообще, блядь, ебучий пироман, который чуть ли не через стенки этим самым флешем ебёт. Это о чем речь? О Dark Souls 2. А чё эти бумаги там читерные какие-то? Да, они, по сути, всегда были читерные. Всегда, в смысле, в Dark Souls? Да. Я не играл. Ходишь, бля, жопу чешешь, короче, изредка перекатываешься и кидаешь свои магии во врагов, все. Первый то подавно, блядь, все боссы просто на 2 тычка. Я ебал. Дань, что ты вышел? Я перезахожу. А.
Я никнейм менял. Да важно. Согласен. Пойду, значит, покажи к царю. Запускать. Сейчас пиво вернется. Сейчас пиво подвезут, погоди. Оба-на, бля. Ой, теперь можно. Вот теперь можно. Че, в рейтинг? Ну, да вообще после этой можно, наверное, в рейтинг. Вообще было бы неплохо фулстаком рейснуть. Ну да, откалиброваться. Так, так что лучше не надо, наверное. Давай. Или я бы не ушел, или Реныч можно было бы. Рейзинг, да, нужен. Текс. Да ебаный в рот, блядь. Че? Миру отобрали. Воруют оперативники. Совсем охерели уже. Это кто, сет-машин? Сет-машин ган, это я. А почему ты грустный? Бля, ну это типа игра слов сет-машин ган, сет-машин ган. Тонкие шуточки. Тонко-тонко, да. Охервется, бля. Ему настолько весело, что он сейчас уснёт. Доктор Принглс. Да я что-то часа три поспал сегодня. Признавайся, блядь, ты по-любому рекламишь. Да я вчера только 2 часа поспал. А, я жмуть. Да, жмуть. Взрывчатка обнаружена. Готовьте оборону. О, потехи. Че усилить-то хоть? Перезаряжаю. Осталось 5 секунд. Враг знает, где искать взрывчатку. Остановите его. Только не то, а нет. Бля, этот стол меня удивляет, нахуя здесь клавиатура вообще? Стена укреплена! Меня то спиздили, видимо. Отрублюем связь. Короче. Пора перезарядить. Почему это не усилили? Охуеть, но они даже не сломали камеру на улице. Это очень странно. Ладно. Охуеть! Заебись, расслабься. О, пиво, да. Раз, два. Ух, ёб, там просто. Раздал. Посвешивались сопли.
А, у меня двое еще. А, нет, трое. Лестница. Ладно, два, я одного убил. Блять, у них блиц. И, по-моему, фьюз. Да, ой. Фьюз, блиц. Как они в наглую-то заходят. Фьюз с калашом. Кто заходит? Только один противник. Ну, махор наглый. Группа противника уничтожена. Себе. Даже не заметил. Даже не почувствовал такой. А, а нихуя. Ноускоп 180. Молодец. Неплохо. Нормально вообще. Я что, сам не ожидал. Ну, не только хороший, он сам по себе. Он, походу, пластиковыми пульками в тебя стрелял. Здесь всегда хотел, чтобы был пистолет с пластиковыми пульками, не надо было перезаряжаться. Я перезаряжался. Заебно. А я один, что ли, хотел? Ладно. Да не, я не с этого рофля. Не, у нас там... Это фархонерский юмор. Местный с ним урок. Ну-да. Я один, что я еще поддерживаю. Ну что-то да. Разведбот нашел заряд. Блин, я скачал Far Runner, так в него и не поиграл. Ну как, точнее, я поиграл в него, а типа получил пизды и сразу же вышел второй. У вас еще 5 секунд. Классная игра. Докладываю, отлично, согласен. Вы нашли деактиватор. Это игра про то, как ты сосешь пенис. Он тобой приседает 4 человека, которые только что отпинали тебя. Это ты сейчас про PvP режим Dark Souls? Потому что похоже на самом деле. Блять, у меня деактиватор нахуй. Пошли заилить их. Бля, может через хоббитов? Вы снизу, что ли? Я вот что-то тоже подумал, пошли. Вы через куда? Через эту, канализацию, да. Короче, пойдем. Я пойду через этот... Гараж? Гараж, да. Ёбаный гараж, блядь. Ну давай, вставай. Полистия. Ага, минус 5. Нет, соточка. Странно. Странно, когда я так перепрыгнул, мне минус 5 сделала. Ну, по-моему, с разбега, если делать все путем. Разобьешь ворот? Бля, не, я имел в виду не так, но ладно. Ага. Я понял, да. Чисто, но двери заделаны. Да. У них капкан. Разрисовано. И элка. Бля, ну что, правильно стало, чисто какая-то. Между точками. Достойно. Угу. Там еще элка где-то бегала. Вот она. Бля, капкана идет. Так, ладно, безопасен проход. Ты лучше разбей эту дерьмо молотком. Я что-то даже не забыл, что набьется. Отойди сразу, потом. А у тебя пробивало нет пива, да? Есть. Бля, ну, давай это сюда. Это безумие. Ба-ба. Еще, пожалуй, здесь сделаю. Так, я, наверное, забыл. А его убили? Я хуй взял. Нет, Элла жива. Бля, капкан на точке прям за контейнером, сука. Ай, сука! Вот тварь. Она там, да? Она там, да.
Ой. Кого убили, капкана или кого? Капкана. Да, Элла также за контейнером прям сидит. Я не понял. Там две дырки, сука. Здесь... Она еле увидела меня, вот реально. Нихуя себе. Как зайдешь слева за контейнером, да. Можете продронить тихонечко, чё? Мне кажется, ли она слева от Данила где-то шебуршила. Мне тоже так кажется, она последний раз там была. Бля, это самый хуёвый дым, который я мог... Во-во-во, она, слева, она слева была, слева была. Тут? И... А, нет, сзади. Спасибо большое, ребята. Значит, не показалось. Я же говорил, она тогда шебуршила. Что, блин, надеюсь, мне просто показалось, надеюсь, что желтая пальца. Надеюсь, что убьет ее? Нет, это не убьет, это просто тварь. Ну, блядь, подронь, ё-моё. Райт. Он её райт. Ну да, еще медленнее уходи, чтобы у тебя был, у нее был шанс вообще наметиться на эту маску. Взял бы, вернулся и поставил с другого. Блин, ее прессует-то. Ой, ну молодец, просто. Бля, он с ДМР-кой еще. Пиздец. Это рекрут с ДМР, ребят. Это опасно. Это, бля, безумие какое-то, такой хуйни ни разу не видел. Я он убил его. Какая-то странная хуйта. Как видишь, она сработала. Ну да. Да бля, она калёная была, наверное. Хуй знает. Ну, она немного калёная. Ой, ну сейчас нам, сука, все стенки выебут. А потом и нас. Еее! Охраняйте заряды! Пластинки здесь. Стенки, пластинки. Всем, всем, враг обнаружил взрывчатку. Подарок врагу. Блядь, телефон. Кто говорит, слон? Осталось 10 секунд. Еще 5 секунд. Взрывчатка обнаружена. Ставлю усиление. Дронят снова. Откуда? Я хуй знает, где со второго этажа. Отпьянил вон, ребят. Враг обнаружен. Угу. Убежал обратно. Там они вдвоем там идут, там блиц и еще какой-то хуй. Блять. А, это Эчер. Блиц и Эчер. А, Машка еще. А. Инжур. Лови, братан. Лови, я сказал. Пьяню, пьяню, хуярево. Да у меня патрон нету. Он меня ослепил. Это я ослеп. Хорош. Или он. Я скорее его. Мы ослепым нахуй. Фух. Я думаю, там из-за опьянялок бота все случилось. Наверху фьюз. Он спускается по лестнице. Уже прям спускается? Да. Нет, он будет хэтч ломать вот здесь. А, стреляет в меня. Где он, блять, я его не нашел. Хорош. Там еще. Блядь, еще у меня подламывают. Опьянил, хуярил туда. Терми. Вообще. Еее, дроны работают. Вот здесь, внизу вот пил, внизу пил. Последняя. Вот здесь последняя эшка. Эшка? Она косная немного. Это эйс, эйс, блядь. Эйс. Красавчик. Еее. На тебе бухла на даришку. Тем. Хорош. Е, бой. Просто сфак. Ну, я считаю, что без моего дрона тут нихуя не смог сделать.
Ну, по крайней мере, с блицом-то 100%. А как же моя камера? Это командная работа, господа. А я всю дорогу думал, что это с моей камеры кто-то метит. Ладно, нет, это ешь. Ахой, здорово, Пиксель. Так, а чё, пакет-то... Пакет-то упадет. Хорошечно. И да. Время открывать. Пакетули. Сука, блядь. Пакетулька. Белая. Блин, мне кажется, реально, или из рейтинговых все-таки ну, больше шанс того, что что-то золотое выпадет там. Я хуй знает, по-моему, нет. А, блять, мне надо было 3 раунда за FBR. Начнете игру искать? Или у кого. Или у тебя DS пакет был? Сейчас. Я что-то загнулся. Да, у меня я пакет. Все. Давайте, поехали. Ну, бля, я же на касле хотел поиграть. Мне сегодня модный шлем не выпал. Бля, я, наверное, на эшке поиграю ещё. А, у меня тоже на красном, только Red Crow у меня не впадал. Ну или термит, хуй знает. Смотря да, какая... Тебе... Смотря какая точка будет. Ну вот на этой можно на красле, в принципе. Почему я? Я, правда, хочу на Валькирии надрочиться и играть. Ну ладно, один раунд можно сыграть, наверное. Валькирия мне дико понравилась еще. Ой, мне Кэр... тоже. Мне вот так, как Кэр... только на нее выпало что-то, я сразу ее купил. Камеры это имбище вообще. Жесткая тема. Особенно на улице. Если у вас есть в команде какой-нибудь психопат, спаун-пикер типа Ильи, который всю команду убивает из одного окна. Это вообще заебись. О, господи. Восемь кавер порн. Укрепляйте позиции. Дымить! Оп-оп-оп, неужто всех отмечу? Да. Но в камеру попасть не может. Ну это лучшие вообще люди. Ладно, убил. Мое уважение. Ой, конечно, типа здесь что ли пойдут? Скорее всего, сыпать, да? Да. Я пока отдохну. Да, выбил. Оп, он внизу, он внизу висит. Да, на, спать. Нахуй. Бухни. Где они именно? Ну, были тут. Ну, я сейчас рушану просто на улицу. Ну, скорее всего, у наших окон. Около точки, на втором этаже. Да, сейчас да. Посмотрим. Блин! Да. Хорошо, ну. Да, там один инжуренный валяется просто, сука, под окном, и тут слэдж убегает. Такой, эй, Ваня, привет, блядь. Так, еще репейлит. А, это с другой стороны. Это у вейкапа. А, не, махор у тебя, да? Угу.
Никуда сломать. А, не слэджевскую эту? Ой, акасовскую. Там разбитый? Махарова, теперь у нас. Там глаз. Лучше так. Да, он шутит, бля. Бля, еще один, сука. Как он был удивлен этому. Красиво. Сипа! Кто это так упал? Он даже не успел закричать. Сипа! И просто взорвался. Это было неплохо. Хорошо. Как рейтинг? Да две игры осталось до рейтинга, как бы. Ну, так что хер бы с ней. Ваша задача — обнаружить ким-контейнер. Успеется. Блин, почему не кухня? Такая веселая точка. Потому что. Ход умьют. Ага. На втором этаже, там же, где и мы. Это кажется. Да, там же, только у меня сейчас бот сломают. Местонахождение объекта установлено. Хорош. У вас еще 10 секунд. Беги! Мама! Блять, там метелка у стенки. Ты хорошо прятался. Я и не прятался, я вышел на голой грудью. О-о-о, давай, застрели меня, давай. Ну я тебя сейчас застрелю, окей. О! Блин, а тачера-то нету, ой, говно. Ладно, что-то я долго в дроне катаюсь, мне понравилось. Go Blitz Marker, Blitz Go Marker. Ребята, а чё вы? Clear. Камеры-то не ебанули, ну ладно. Во, чёрт! Что? Да тут дырка просто была, я испугался. О, ковер внизу. Допрос. Просит. Ой, еще сзади, термит, сука, сзади. Из кухни пришел. Сам-то, сука. Нормальный допрос. Он мне, правда, ничего сказать не успел, пидор. Лол, юсак, нахуй иди, блять, я убил тебя. Ты ебаная камера. Да, а чё мне ещё спотит? Камера. Так я разъебал её. Блять, там же снизу ещё камера, точно. Вот покатил. Можно взрывать. Вроде электричества нет. Пиво ты поставил в клеймор. Вот где хибан. Да я в курсе. Ну и вдвоем там. Один враг еще жив. Опасно дронит химбан, конечно. Близко. Охраняйте химконтейнер. Устраните угрозу. Просто. Сюда музыка. Ой-ой-ой, как ему понравилось-то. Заегодил. Бля, у Касла... Вот, мне он не нравится, но мне хочется за него играть, потому что у него отличное оружие.
Не знаю, мне как раз вообще UMP, не нравится. UMP очень крутой. Да, он вообще же бешеный. У него огромная дальность, и урон здоровенный. Бешеный негр. Так у пульса эти же самые пухи, по-моему. Ну да, ну, да. Но я не умею, но, я, но за пульса надо уметь вот хорошо это играть, это понимаешь? А закаслывать не обязательно. Поэтому пульса я не беру. Пусть типа больше охотник, чем... Чем жертва. Я не особо понимаю, как там что, сканить через стены. Илья вот умеет заебись. Же нет дредфолов. Нет. Привет, дрончик. Я понял. Потихи. Осталось 5 секунд. Блять, ты там все на свете решил позапирать. Контейнер не был обнаружен. Но я объект только с одной стороны заперл. Ну как бы каст был идеальный оперативник для того, чтобы запереть свою команду. Ну вот я об этом и спросил. В этом весь его смысл был. Поэтому... Весь его смысл помочь Фьюзу сделать минус 5. Ну типа да, сука. Да, блять, опять не успел. О, у них кто-то метки по камерам работать начал. Ничему их жизнь не учит. Вообще пиздец, это уже хуевое. Что, второй залезет туда, нет? Кто-нибудь? Похоже, что нет. Буду все это вы. Да вы угораете, бля. What the fuck? What the fuck? Противник. Бля, не мешаем Данилу сделать эйс. Он здесь, на объекте. На объекте? Это не объект, это... Нет. Это эйс. О, это эйс. Я специально сифор мимо кинул, блядь. Рекорд отказ. Лол. Бля, пушка у него просто пиздец. Ну да. Придется теперь за этого ублюдка играть, господи. Bad motherfucker. Может, он даже понравится мне. Оу, как близко-то на 2%. Че это захват позиции? Но. Я вот сидел, думал, кого выбрать, Фрост, Вальку, Миру или Касл, и мне немного помог. Я тебе подсказал, да. Определиться с выбором чутка. О, возьму Миру, чё уж, хули тут думать. Подготовьтесь к обороне хим-контейнера. Ну ёбаный в рот. Лучше бы я Касл взял в гараже, и богу. Противнику удалось обнаружить контейнер. Ну и ладно.
А, обнаружили? Да, обнаружили. Кто-нибудь сверху заделывает? Стена усилена. Видимо, нет. Вы аккуратнее, ребят, я окошко-то одно могу разбить, если что. Главное, что после этого ты им лица разбил. Ну, обычно так и бывает. Обычно так и бывает, но я обещать не могу, извините. Жаль. Типа бывает всякое, короче. Какое окно разбито? Правое, да? Да, как обычно. Ой-ой-ой-ой. Почему-то вправо удобнее пик и слот. Они не хотят идти оттуда, да? Походу не хотят. Откуда оттуда? Ну там, вдруг... где я поставил окошко. Усилить. До свидания. Ну вот, а говоришь, не хотят. Это они сверху, да? Я вот здесь ломаю. Вверх? Проломили уже. Чё-то не очень оно пролетело. С дверей, с дверей. Он правее, он правее. Инька. Инька чмо. Бля. Это провал, пиздец. Так, и Инька наверху. А чё никто не заделал, ты там лоб? Я предлагал. Ну бля, надо было. У меня-то просто кончились эти... Идеи. И у меня. На улице нет никого, да? Прикройте мне кто-нибудь сверху, я упал случайно, блин. Там же камера есть. Блять. Я не ее выебали. Нет, есть камера. Выебали. Не, в гараже в самом. А, ну тогда я посмотрю, если будут входить сверху. И, собственно, идут. Еще с двери. Камеру сбили. И сверху, и снизу идут. Не дайте сука. О, господи. У меня патроны кончились, блять. Сверху лес. А, он зашел вот уже дальше. Файл. Ебать. И все из-за того, что сраная стена не была заделана, ну просто пиздец. Да. Но у меня такое ощущение, что кто-то стенки не потратил тупо. Да, по-любому вообще. Да это скорее всего вот этот рандом, который с нами играет. Ладно, похуй, бывает чё. Определите, где химконтейнер. Бля, за миру пиздец тяжело играть, когда кто-то так рашит. Ты в кого-нибудь в одного стреляешь, у тебя просто за секунду патроны в магазине кончаются. Гараж чист. А, это, блять, муть! Сука, не успел. Короче, на втором. А, нет, я жив. Ой. Над баром. Нормально. Короче. Там мютилка прям на лестнице. Блин. И на дрон холле тоже. Что-то у них там какой-то разлад пошел, ладно. Осталось 5 секунд. Кому-то не хватило аргументов. Вход пошел рукоприкладство. Отыщите химконтейнер. Вся волшебная суть этой игры в этом говне, блядь. Надо было хибаном пикать, там, блядь, пробита немножко стена. Господи, бля. Немножко пробита. Да. Вот эту тактическую дырку могут поиметь. Так, кто-нибудь знает эти вот камеры, где тут? Вон там одна. Окей. Патронов нет! Ты тактическую дырку шаришь или? Угу. А там одна только заделана, что ли?
Да. А где точка? Сейчас... А, блин. Вот, вот точка, да. Хим-контейнер удалось обнаружить. Дочка, вот она точка. Вон она, его. Нервно помех сломал, можно вкатывать. Делаю стенку. Кто не спрятался, тот пидор. Блять. Так, холл осторожно, махор, они прям могут. Это бух, буколка. Да. Пацаны, мне страшно. Я умер. А, бля, он на другой точке. Он, короче, заходите, он... Он в качалке? Ой. Да. Хоу! Я забыл, как этот комнате. Наконец-то, наконец-то хоть я раз такую сделал хуйню, бля, стрелял, вообще не знаю, куда, но убил. Не знаю, куда. Там огонь был. Не, ну, типа, я понял, но я что-то не понял. Я что-то понял, но не понял. Там нихуя не видно было. Если бы он продолжал стрелять... Но он же остановился. Нихуя не видно. Нихуя не понятно. Сложно. Найс шот, да. Спасибо. Хвалит. Кто-то меня хвалит. Лошара, блядь. Бля, такой символ прикольный у Эллы на этом... Шевроне. Укрепляйте позиции. Очень круто выглядит. Вот этот польский-то, который типа... Ну да, да, да. Типа тоже. А, типа знак рубля. Знак рубля плюс капкана. Это какой-то рыболовный крючок, совмещенный со знаком. Странно, какой-то, короче. Ну, короче, Польша, ебаный. Кичи. Шеки. Шикославичка. Пиво, как всегда... Признаки просвещенного интернационала проявляет. Ну да. А чё бы и не? О, пирожки. О, да, кстати. Это я бегаю чё. Кто молодец? И Хэшка молодец. Опять какая-то началась, блядь. Гражданская война. Так, я на... А, я на хоббитов поставил. Давай еще здесь. Это кто сломал? Да я сломал. А в чем профит? Проползти, а, такой. А, смотреть оттуда хочешь, я понял. Ебать, ты хитрый. А, с гаража катаются, проверяют, наверное, пойдут. Ну вот. Они думают, что... Гаража пойдет? До свидания, чем. Я сейчас скажу. Да что-то хуй пойми, подронили и бросили. Да, с гаража. Но она уже, она уже прошла в коридор. А, то есть она вниз с ним будет спускаться, походу? Вот, я там не понял. Противник обнаружил хим-контейнер. Я предположил, что они сейчас до люка добраться хотят. Тем более, это Иша, она сейчас его проломит. О, с хоббитов стреляют. Хоббиты, хоббиты. Меня положили, бля. Пиво спасай меня. А, да. За хоббитов, да? Да не сдержись. Ай, нихуя там слезется. Граната! Вот это побег из Лос-Анджелеса. Снейк Плискин? Угу. Damn, son. Пидор продронил меня. Ты вообще кек. Ага. Слева, справа. Слева. Блять, ко мне кто-то впрыгнул, по-моему. А, бутылка!
Садят? Не садись. Не садись. Пиво там дрожат, ты чё? Наглый слэдги. Ебать, как он тебя не убил. Пиздец какой-то. Да пошел лох он, хули. Fast as fuck, блин. Но... Да я ж стрелял, говно. Сука, я ж такой, блин, пиздень. Помешайте противнику завершить процесс захвата. Они забрали заложника. А, нет. Какой заложник? Алям. Где заложник? Они взяли меня в заложники, братан. Скорее, спасай меня. Ашка дронила, Милане залетает, просто всаживает обойму. Милане, Трамп. Попытки захватить химконтейнер. Попытки врагу захватить химконтейнер. Это был кувырок, что ли? Бля, как он перевернулся. Оп! Пизда. Ого, я себе выжил, вот этот прикол. Я даже... Бля, сидите на месте, ребят. Господи, ради... Слышали, ух, пытается проломить рукопашкой. Серьезно? Да. Долбоёб. Ой, фьюз, блять. Враг провалил задание. Это было вот раньше. Я там так обосрался, ты чё? Жизнь нормально, вон это, от фьюза спасся. Жизнь продолжается. Почему он не зашел? У него же есть пробивные, что за наркоман, видать, он, блядь, взял дым. Может быть. Странный парень, блять. Кто самый знает, может, всего камера, он там это фьюзил, короче, весь в дыму такой, чтобы его не убили. Такой попариться, залетел. Сука. Чё-то это, блядь, дико как-то звучит, не надо. Да. Привет, Дэс, как сходил на концерт? Концерт дерьмо. Просто. Чё за концерт? Да, у нас местный какой-то был. Ну, в смысле, ну, рок-рок концерт. Местный, в смысле, с местными группами? Да, одна приезжая была, но они так, ну, там, грубо говоря, концерт одной группы нашей был, типа, они там альбом записали и презентовали его. Такое себе. Ну я, что, в принципе, играть? Так... Играть? Да, рок обычный такой, чуть-чуть панкоты. Такой олдскульный, типа? Ну да, прям совсем. Чуть-чуть? Ну там такие, знаешь, дяденьки далеко за зо. Они другое не умеют играть. Русский рок для многих звучит как приговор, я понимаю, конечно, но... В принципе... Ух, опять наверху? Да. Здоров, уебаны! Нахуй, пошу! Бля, посмотрите, что с моим ботом творится. У них оба гука. Он поднимается, блядь. Объект не удалось обнаружить. Да, не влез в качал. Ты изобрел вечный двигатель? Бля, дичь какая-то вообще. Он просто по ответственной какой-то хуйне поднимался. О, косёл. Как скайримский конь. Бля, жалко у нас пьюза. Аккуратно, ребят, вот это окно, там по-любому кто-нибудь может, какой-нибудь хитрый пидор. Так, может быть, кто-нибудь прикроет эту доминку, вставлю. Ну, давай, прикрою. Вот это тут уже прикрытие, конечно, началось. Тихо. Не прыгай, вдруг там куколка. А, вот, да, в том окне есть. Да, там есть, пидор. А, что? Блин, что за лаг? Бля, пацаны, прикрывайте это окно. Да, сука ты, баная, блядь. Ванна есть, гнида какая-то. Так, я обойду. Бля, я передержался. Он тебя убил, да? Убил. Ну, я как бы говорил, что тут будет. Устранить угрозу. А! Здесь он в дырке?
А, бля, да, он в первый раз тоже сидел так. И скачал хидырку, имеешь в виду, сделал, да? Да, такая маленькая в прошлый раз тоже там сидел. Ты же черт меня в прошлый раз вспомнил. Сука, как истинный гук в туннелях прятался, блядь. Сука. Япошки ебаные. Так-то да. Сколько у тебя еще их? Ты их устрашить пытаешься этими гранатами? Всегда. Типа, блядь, ты думаешь, что если они увидят эти молнии, они подумают, что ты колдун и будут сражаться? Ну, знаешь, такая вилка, одеваешь белый костюм какой-нибудь. Привидение, блядь. Блядь, сейчас, сука, я хочу оперативника с молотовым в атаке. Вот это было бы круто. Хотя, с другой стороны, есть капитан. Капитан, да. У которого есть арбалет с молотом. Да, капитан хуй сосет, негр ебаный. Капитан жесткий. Но без глаза. Жесткий, безглазный парень. Но он силен. Силен? Да, да? Силен. Он за матрасом был в дыре, короче. Вот куда ты в прошлый раз на шару пизданул, в прошлом раунде с крыши. Вот, короче, он был там, вот там. Не жди только 5 секунд до конца раунда. Было бы очень забавно. Она в стену взорвется, братан, если кто-то пройдет. Ну ладно, надо было ближе ставить. Да похуй, в общем-то. Вот там он был, короче, да. На самом деле уже, да. Я уже 10 раз обошли, по-моему, нет? 19 секунд. О! Сука, я уже обосрался. Блин. Вот опять он там, блядь. Ой, нихуя, как он сочный. А, у тебя 26 хп же было, точно. Ну да. Ну, 100 хоть сходил на донатные деньги. Да, я там даже больше, наверное, ставил. Просто, блин, этот ужас, конечно, слушать на трезвую голову, это было не мое. Не, ну там ладно, короче, я еще прихожу, только типа групп на разогреве, два человека, думаю, типа, ну это должно быть что-нибудь веселое. Ну и они каверили Rage Against the Machine, я такой, ну ладно. О, господи. Это было довольно прикольно. И так, уже трое. Бля, мы должны затащить хипца. Сейчас закомбэчат. Если мы не затащим, он будет просто, бля, удивительным, мне кажется. Укрепляйте позиции. О, бля, да, это та самая точка. Так, ну что, делаем дырку и лежим? Ну я как обычно... У нас как раз в качалку. На самом деле, надо было просто хэч мне, он башкой разбить, и все было заебись. А потом башку ему разбить, да? Как бы это уже после хэча. Ну да, я и говорю, а потом? А, ну да. Я пока принтер сломаю. 10 секунд. Да поехал, не, сука, стой. Ой, а мы вот это не заделали, а у меня уже нечем. Ну то есть вот это. А, пиво, поставь хотя бы мудилку одну, что ли, туда. Так я поставил. Не-не, вот сюда. Мало ли, как говорится, чего. Они тут. Где? Перезаряжаю! Ладно, там мудилка не понадобится, они там не пойдут. Жив лишь один противник. Там вообще нихуя не понадобится, я всех убью просто. Где последний, это интересно. Люк пробил. А, тот? Да. А я в другую сторону взрывал. Обидно.
А, вон он здесь у меня лоб. Ну ладно, он сидит за бочкой, короче. Нет, братан, ты никуда не пойдешь. Я его просто забайтил немножко. Да, всего трое их было, и как бы хорошо же. Всегда бы так. Изи. О, пакет. О, не пакет. Бля, у меня звук выпадения пакета вот этот пиликающий заглючил, он, блядь, повторялся бесконечное количество раз. Это пиздец какой-то. Сочувствую. Ужасный шум, сука. Дичь. White noise. Запускайся. У меня какая-то санина упала. Ну как бы у меня упал шлем на этого, на Касла, я уже доволен, хотя бы что-то нормальное из этих пакетов падает. Еще бы значок какой-нибудь прикольный. Ну, значок было бы неплохо. Да, значки, это самый сок — это шлемы, и значки, все остальное — это шлак какой-то. Раскраски эти — это просто пиздец. Одна хуже другой, блядь. О, заебца. Плед, залежник. Да ёб твою мать, пидор! Стой или нет? Чё я правда заложишь? Что, серьезно? Ну да. А чё нет? Блин, у него оружие клевое, мне понравилось. Я согласен, на пульсе это поиграю. UMP — это бомба вообще, очень крутая тема. Мне просто не нравится ставить эту парашу на окна, блядь. Не знаю. Ну типа, какая-то дичь, короче. Не доставляется. Он такой перепрыгивает. Убивает силок. Бежит к заложнику. А тут еще один. Комбо. Хитрый тактон вообще. Не, ну если вспомнить, как я тогда у залога двумя колюхами накрыл, он его не заметил. Было забавно. Сработало. Че у нас в мире все усилил, да, прям вот тупая, блядь. Да, сука, ты, ну... Окно заблокировал! Ну, чувак берет мир. Так, там вот усилил это... что-нибудь? А это да, зачем сломано? У нас тут нихуя не усилено. Вот я о том же. Злобный махор. Да пиздец, я его должен только там сделал, что смотрите, она уже взяла его. У вас хватит стен, да, ну все? Да, да, да. У меня хватит. У меня есть лишнее. Хиба. Или нет? Все, тут буду сидеть. Да, хиба. И походу это мое, да? Не ваше, ваше. А не мое! Твое, твое. Воу. Я с ёбы дал. Сопком, что ли? Ёбу дал. С лестницы, наверное, с чего ж. Блять, у меня еще один. Он в сутки сейчас будет, походу. Там бласт. Он все еще там, пиво. А, у меня тут пидор. На стенку мою смотрит. На Мировскую смотрит. Ебать. Вот тут прям в углу сидит. Я думал, там только хибана. Прям можешь... О, пиво, если забежишь, пикай его. Да! Блять, ну больше подруг. Эшка. Калёная. Датчик работает. Ну а там одна.
датчик пульса активировал. Пусть идут на силки и валятся. Силок. Силок. Где? На входе за щитом, который был. Как это тебя не убило? Мир, господи. Там в углу будет. Ты бы не лежал, Махор. Не успеешь залезть за стену. Да зарожь его, чё ты. Он, скорее всего, вышел на улицу. А, нет! Прикольно. Последний, блядь. Что это за хуета? На втором этаже, наверное. Бля, это пиздец какой-то, нахуй. Я бы ни разу не ранил. По крыше ходит? Ни разу. Не ранил вообще. А, да, это удивительно вообще. Он обосрался, видимо, когда я к нему зашел со спины. А, вот ты где, сука. Где? Да все, убил дрона. Заебал меня спотить, я из-за него не смог этого тычера убить. Не смог. Касл-то норм, оказывается. Я изменил о нем свое мнение, короче. Простите все, кто играет на Касле, когда я называл его с хуйсосами, короче. Я был неправ. У него пушки с бомбой. Ой, этот хэтч сломали. Да, ты же спидо, блядь. Один оперативник. Да он был внизу. Еще 5 секунд. Надо было учиться. Он взорвал его. Найс! Да, я видел. Хорош. Конечно, но... И Вова умный, Вова дождался, пока анимация пройдет, и они местами поменяются. Вова умный. Вумно Вова. Вумно, вумно. Ой, все по киллу прям сделали. Красота какая. Да, кстати, лол. Нормально. Заложника. Бля, у меня курсор появился, сука. Хуёво. Ну все, пропал. Отлично. Заложник найден. Все проблемы решались так быстро, было бы охуенно. Кавуха у них. Ой, блин, в другое здание ехать. И кого РФ окажет? Оформлены они очки под. Ебаная кавуха. Кавуха, вуха. У-ху! У вас еще 5 секунд. Ну, что ты в заложника-то не пострелял? Жадный. Я очков 200 поднял, пока они там стоят. Еее, камера. Что-то не заспотило-то нас. А, вот тебя заспотило. Но это дальняя. Это другая, это сдалеке. Ёбнули её хоть, нет? Да. Огонь. Ну так, немножко. Чё, ребят, кто со мной через сраные лодки пойдёт? Поехали. Мне кажется, что тут вряд ли. Ой, не, я напиздел, там сраный капкан. Вот здесь он был. Это может и вот здесь, я не знаю, куда он бежал. Блять, Махор, ну ты... Что? Пугатель 3000. Аккуратно, тут был капкан. Mm-hmm. Он, не расслабляйся, пиво. Мои булки сжаты. Я хуй пойми, где он еще, вот он.
О, нихера. Понял. Бля, у него никнейм секатор. Да ладно. Секатор, блядь. Вот он тебе и чикнул, блядь. Ты-ры-ты-ты-ры-ты. Ура, у нас ливер. Здравствуй, кукан. Еще какая-нибудь кавух такая. Пью-пью-пью-пью. Ну там маху. Это что, махора да, сначала? Да, 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 сука, нахуя ты это сказал? Я только. Ой, не, это нет, это новобранец. Подлатаем тебя. Почему тебя убили? Может, потому я... что он заслужил. Да. Карма. Ковейра на лестнице, вот. Ой, пикает, пикает, пикает наверх. Стой, 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 стой. Ну, ёп. Попросил же. Достаю. Сломала, убежала. Налево. О! Ох, как тебе. Что это было? Что это было, блядь? Она... Слушай, она это, посматривает в лестницу. Я так залога не убью? А то он в 7 метрах от меня. Пидор, блядь. Слушай, а кауха-то здесь только обойти, только через улицу. О, пикает обратно, обратно. Потихоньку, поставь, потихоньку. Поставь, поставь сейчас этот. Клемор. Ставлю мину. И обходи. Она на лестнице пикает, 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 пикает. Сейчас собьет, да? Бегает, бегает. Нахуй это сделал? Ладно. Клеймор? Она не добежала до него, что ли? Она сломала его. Она сломала его. Тихо, тихо, да. Тихо, тихо, тихо. Дрона нет, да? Есть. Думаю, лучше им воспользоваться. За щитом, скорее всего. Нет там никого. Блин. Никого нет. Все больше мой бог сидеть. Ищи, ищи. Еще. Чекни дверку. Нет, 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 не здесь. Вот как там, там вот. Леве, сейчас налево, есть, есть, есть прямо, бля, время тратим. Налево, и потерь налево, да, вот это. Тут нет. Чисто. Бля, беги. Не нравится мне эта хуйня. Все, ой, братан, как она мне не нравится. Остается 10 секунд. Нашли жертву, начнем... А, с лестницы побежал, к тебе сейчас будет. Хорош. Просто. Вот это я вовремя залогом повезу. Сука, я думал, мне показалось, что он на лестнице был. Прям ебало. Лицо ему выстрелил. Сука, этот парень явно хочет стать зубным. Человеч, по-моему, послучается. Бля, у меня было показано, короче, как будто я ему заложника развернул. Пока ножом по нему бил. Бля, неплохо. Ты его заложником ударил, братан. Он убил его. Как видишь, действенная тактика. Лучшая в мире. Убил заложника противника. Закрепляйтесь и защищайте гражданского. По тактону, блядь. Разберем пока. Не-не-не, бахор, бахор, нет, нет, с этой стороны. Разберем по тактону. Friendly fire. Не-не-не-не-не, чувак, чувак! Минус 3 бота потехами. Вот мудак. Чувак мудак? Да, чувак. Блять. Он дульти силю. Осталось 10 секунд. Бля, секатор ну, был высоко. Это вообще провал, короче. Че ну, такое? Побьем его. Провал ну, операции. Не, выходим. Он в тебя пизданул? Нет, там он усилил стену, которую надо было с другой стороны усиливать, я из-за этого не могу поставить окно. А, теперь ты Мира. Фух. Да, наконец-то я Мира. Очень надеюсь, что не сзади у меня не пропилен, да? Ох, надейся. Ой, а чё никто камеры-то? Хотя я могу тебя закрыть. Ой, они там все расхуяли. А, в смысле, как они тебя пропилят, если тут генераторы потех стоят? Ну,
Например, сейчас я отмечу тачера, и ты поймешь как. Может, может кто-нибудь мое окно на улице, которое ведет, посмотреть? Mm-hmm. Там есть кто-нибудь? Пока чисто. Но они скоро я тут будут. А, точно, тут живут в окна. О, генератор потех. Это у лестницы. Бля, у лестницы один уже. Эша. Блешка. Еще, еще, еще. Еще, еще. Господи. Да... Нел. Что за паника? Как же мы хорошо. А с этого, с серверов, походу, ломает окно, нет? Ну-ка. А, я не нашел ее просто. Ой, не-не, где селок у меня пиво? Давай. Неплохо. Хм. Сижу себе, отдыхаю тут. Клево. Кино смотрю по камерам. Где кинозритель? Ну, внизу. Прям самым? Ну, умер он там. Не знаю, там камеры нет. Умер-то понятно. Бля, хуёво. А чё там камеры нет? О, режиссёр плохой. Это не настолько далеко, наверное. Пиво, ну куда ты на это? Оставь я ссылки. Воин. Ты просто хочешь, чтобы тебя селок убил, да? Сзади. Ай, сука, в спину обошел. Шакал ебаный. Сейчас, ребята, это вообще грустно на дерьмо. Понятно. На лестнице камеру позырьте кто-нибудь. Это важно. Кто-нибудь из мертвых, пожалуйста. О, бля, здравствуйте. Капитан, это умный, блядь. Так. Удивительно, что я его не убил, бля. Нихуя. Не скажи, если на этаж по лестнице будут. Один до свидания. Тоже окна нет. Не, до последнего ждать, сука. О, поход бежит, да? У-у. Камеру сбил? Нет? Где? Нет. А что это за выстрелы были? Чисто по камерам. А камера может снизу, ну-ка. Да, это он нижнюю камеру сломал. Он с лодок, походу, идет, я так понял, да? У вас 15 секунд. Я скажу, если он на этаже будет. На этаже! Входит. Еще на входе. Секунд. Вошел. Пикает. Остается 5 секунд. Ой, прям, прям в кеколку. Сейчас смотри, он прям так еще подхватит, такой... О, не воруй! Не сейчас! Кишка! Я на задании! Что? Это какие-то, типа, я так понимаю, этот... Деграданский юмор, да? Нет, я имею в виду, это, короче, свои какие-то шутеечки, судя по всему. Да нет. Между собойчики. Ну, типа, да. Ее, пакет. Нормально. 15 по лоцах. Шутка за шуткой, пакет за пакет. Сука. И прыгающие пакеты, знаешь, в задушке. Эти зайцы, да. Да, зайцы топовые. Так, для этого. Я за сигареткой сейчас отскочу, буренько. Зачем? О, прикольно, мне, короче, дубликат выпал Эшки, скина на винтовку. И мне дали 2500 кредов за дубликат. Круто. Че еще ты? Бля, а где ты эту пикчу нашел, Махор, который у тебя на аватарке? Вообще жарко. А, ты про кота? Да. Блин, есть, короче, автор.
Я сейчас уже не вспомню. Блин, скинь мне её в дискорд. Сейчас, погоди. Как ты видишь? Бля, меня так напрягает то, что блиц в ебаных джинсах, блять, это просто пиздец. Ну как и IQ-ха, у них вообще, по-моему, в Германии это, видать, это форма прям такая. Когда введут уже наконец-то нормальных четких спортивок, блять, в полосочку? Не, как бы тут в принципе я могу понять то, что как бы у них там кроссовки, это типа реально удобно. У них по городу бегать там все такое, но джинс, бля, он же еще щитовик. Представьте, он, блядь, присядет, и у него треснет шов на заднице вместе со щитом своим. Он будет с голой жопой сражаться. Вот это топ, блядь, сука, это куда скинул? А, в Discord. Ну, я думаю, там ссылка не... на Reddit там все что-то играть есть. В Discord мне в личку, в смысле, или куда я что-то? Нет, в чате. Я что-то не могу найти, где? Где? Не должен. Во льду. А, вот, типа, ссылка на Reddit, я понял, да? Блять, я понимаю, сасовцев вообще хуй различишь, блять. Если не подписаны не было. Я последнюю сейчас буду. Чё там? Да. Где там пиво-то? Я тут. Где там пиво-то? Всё. Я здесь. Тут был все это время. Say no more. А у него типа все коты есть, да? Ну, я не знаю, все или не все. А, это арты с котами? Эти да, противников? Да, да, да. Все есть, все. Все? Даже серьезно, вот только новых сейчас совсем нету этих. Которые... Нет, тут есть Legion и Ин, а остальных что-то я не могу вот найти. Не, были все. Я там вот русские клевые были. Ну там все клевые сами по себе. Можно, блядь, менять сколько душа угодно. Там Валькира классная, мне понравилась. С камерами играется. Как-то пошло прозвучало. Ой, бля. Я вот чуть не забыл, короче, противника выбрать с этими котами ебучими. Бля. Коты зла. Вообще от всего отвлекли. Ну это же котики, они же милые. Ты когда сказал, что ты был ни разу не мил? Я знаю, я специально. Ебану дрона мальчика взял со страха. Бля, я заставил с Тэтчером, где там, где Тэтчер такой fucking laser sights. Fucking laser sights. Бля, а кто у нас этот, можешь поставить вот сюда, закинуть ловушку, братан? Конечно, я очень буду благодарен. Куда? Вот этот, вот в этот дрон-холл, короче, нет, прям в него, короче. Да? Типа, да, и в левый угол. Блять. Не-не-не, прям вот, чтоб он... Это сложно для начала. Да, вот, отлично, все, спасибо. Ну, да зачем понял, усилили, да, там левый и нижний перекрестие было три. Да, типа того. Пидор! Блять. Там есть. Готов. Спасибо большое. Короче, что-то у меня.
Лежит, блять, в джакузи, сука, с роботом играет. Да, подпьянил. Справа какой-то вообще. Ай! На лестнице. А, нет, не на лестнице, на входе, он там. Чувак. Пилят. Прям у нас пилят. Люк пилят. Блять, меня через окно. Сломали дрона. Не, да. Пиздец. Блядь. Там Блэкберт наверху. Что за разъёб? Ой, бля. Вот сейчас я... Бля, Грена. Господи. Что? Дэш, ты один. Бля, там той, там захватывает, ты один. Сука. Самое время зайти. Бля, господи. О, он в трубе был. Прям я какой-то. На время не посмотрел, в смысле, на это не посмотрел, сколько. Классика. На выезд. Да, с камерами она там игралась, как я сейчас прям. Но я хотя бы еще убил. Ледяной сок прям. Чьи. Нужно найти химконтейнер. Damn, son. Ну, поехали. А, мьюте. Этот. Ну, вот этот. Как, где мы, короче? Ой, въехал. Я подъехал в упор к сраному капкану, который он был слишком занят. Ловушку на дверь. Я к нему в упор подъехал, нажал на X. И когда я смотрел прямо на его здоровенную жопу на весь экран, у меня появилась надпись «Враг не обнаружен», блядь. Нет никакой опасности. Анус друг. Всего лишь жопа. Жопа капкана твой друг. Все хорошо. Че, махор страха нет? Кто в меня выстрелил? Почему у меня что-то сломалось на щите? Камера Валькирии где-то. Аккуратно. А, там внутри есть пидовка. А, вот камера Валькирии, блядь. Спасибо. Они все свои C4, блядь, выкинули, чтобы меня убить. А, там дырка с этого, с точки прям. Махор может в нее позырить. Ну, в смысле, с точки. Вот дальше, прям через комнату. Через две комнаты, через коридор. Серьезно, второй этаж? Поделать с этим. А, вышел. Ой. Один. Блять. Прости. Да не, ничего. У меня мало хп было, меня было не спасти. Да опять, вы серьезно? Да сука, да. Ты заебала, падла. Бля, ну вот это уже не очень сильно. Ну, я так хотел клеймор поставить как раз. Махора подниму тебя, держись. Да, если меня не убьют раньше. О, боже, зачем этот еблан спустился туда, блять? Ой, Махор, че обосремся. Готовься, блять. Prepare your arms.
Дымлю тебе специально, в радость. Чтобы было. Сука. Хуя не вижу. Вот это поворот. Махор, прикрой меня на длиннее, физану. Вон туда. Давай, выбегай, сука. Че, нет? Давай немного с другого ракурса подойдем. Махор, я бы на твоем месте с такого расстояния не смотрел, вот так, ну, тебе выгибали прям быстро. Сука, там глушилка, блядь, ебучая. Ну чё, заходите. Минута хули. Она еще и заделала, блядь. Я на нуле! На слева, скорее всего. А это-то откуда обнаружит еще? Чё? Достойно, ребят. Блять. Я был готовиться и так хуй умереть. Перезарядись, перезарядись. У меня вообще мгновенно же перезаряд. Я забываю. Да нихуя себе. Да... Как меня это бесит, сука. Надо было, надо было стоять перед окном, братан, ты зря присел. Он тебе прям в башку выстрелил. Видишь? А, да? Да я за щитовиков не играю особо. Надо было стоять. Ничего, если я Эллу возьму? Ты не против? Пиво. Было бы круто три раунда подряд выиграть, вам так не кажется? Было бы славно. Было бы очень неплохо, да. Вообще охуетительно. А, да. Я все-таки сейчас ухожу, хотелось бы закончить на приятной ноте все это дело. Мы, по-моему, кстати, ни разу не проиграли до этого, нет? По-моему, нет. Нет. Нет, ни разу. Ну и вот он, этот счастливый случай. Ебучий случай. Вот самый момент. Да не, мы обоссым. Не, еще. Ну у нас же 0-2 разок лица. Было. Сейчас. О, бля, отлично. Да, вернемся. Это еще и здесь. Я, пожалуй, вот эту стенку усилю, чтобы типа этот не было опасности. Хорошо. Не было опасности. Опасности нет. Я, типа что, они увидят эту стенку, такие, о, бля, ливаем. Все, опасности нет. Где здесь кнопка суицида? Так, что еще заделать? Или ничего уже? Блядь, меня обнаружили. На нас напали менты. Ой, это с востока. С востон? С вас... Бастон? Вот мне и послышалось. Перезаряжаю. Вау. Всех мечу как пидор просто. Блин. Ящики. Махора там, блядь, закидали просто, я ебал. Да пизда нахуй. Да нормально, нормально, ебанул. А, блядь. Ягер, сука, нет, нет. Ну куда ты пошел, блядь? Я тебя ж догоню тебя и полечу. Пьюз! Ёбаный в рот. Сейчас подниму тебя. Ну ты... Зачем ты двигался? Борода! Давай. Борода в доспехах. Поднимай. Там уже простреливали. Он что, всеми тремя, что ли, помахнулся? А чё ты повтором ты меня не поднял, братан? Так я уже потратил на ягере. А у тебя, кстати, вообще всё закончилось, блин. Да, у меня ж 3 всего было. Бать! Ну это ёбнус. Он сколько он был? Не пикайте, ребят, сидите спокойно просто. Эх.
Не дай бог ты, сука, с барабаном зайдешь. А, ну не должны. Вот это неплохо. Жив один оперативник. А да, блять. Жив лишь один противник. Блять, лево-право, лево-право. Не лежи, братан. Ты кучу шума создаешь. Да мне рушишься. Страшно, блять, там окно просто, если он как ногами повиснет, он меня убьет. Может быть, камеры? Дрогнет. Подожди. Откуда? Че, я смотрю камеру, я не знаю. Че? Да. Блять. А вот как я его не видел? Ай. Не, не пометил. Просто я не заметил дрон. Что? На шару, что? Не, да он нашел, походу знал, что-то видел, да. Я же говорил, он дронит. Я вот не заметил, где. Как говорил один мудрец, сообщить о подозрительной активности. Пожалуй, да. А, вон, я сейчас на это в стриме увидел, где так, он дронит. Ну что, ладно, я пошел. Ну давай, удачи. Давай. Спасибо. Зачем? Че, вы еще по одной? Можно еще по одной, да. Ладно, я пошел дальше. Давай. А, Cameraman in Hell, точно. Я думаю, что-то длинный ник незнакомый. Стоило только вписаться. И шале. Бой. Хочу быть девчухой. Хочешь быть женщиной? Хочу, наверное. Хочешь? Съем одну на удачку, пожалуй. Чуть-чуть. Нужно найти химконтейнер. Одну штучку принес. Сыр. Они, ну... короче, в кухне. Да. Команде удалось найти химконтейнер. И муть. Кавуха! Блядь, я по ней промазал. До начала 10 секунд. А, ты этот сломал? Да. До начала 5 секунд. Генератор херов. Давай спамкил. Нет? Ох, отлично. Я метнул, блядь, на елку его, и он, сука, там поселился. Окно вынесли. Кавух в подвале. Наклацал ей, прежде чем она меня сломала. Может быть, сейчас смогу ее выследить, если она сюда бегала. Так, люк целый. А вот и кавуха. Ну все, не ищем, значит, ее. На втором этаже бандит.
Мы с подвала идем что-то. Интересно, спустится он, нет? Да как ты, блядь, не умерла? Сука. Чуваку помочь надо, мне сыкать там уже. Ну вот он же ходит там где-то сверху, сука. Ну. Ага. Понятно. Оперативник. Скорее всего, со второго этажа. Как ты выжил? Да, нихуя. Группа нейтрализована. Мог бы подойти поближе. А, там же лестница есть, сука, совсем забыл. Что? Я сейчас встал на лестнице, говорят, покиньте эту точку, иначе враг обнаружит. Горячий. У них фьюз есть наверху. Да, очень горячий, я в троих полетел или в двух. Кто что пытается? Твич катается на точке. Как, блять? Одну сломало, да? Ты дурак, что ли, блядь? Зачем ты сломал? Он по твич-дрону просто ебенил, рандомом, походу. Ничего, я поставил там одну. Я просто вроде попалю за точкой. Меня. Ну? Чего? Ну ты, конечно, IQ-ха. Походу, IQ-ха была, да? Ее походу и трахнули, да. А, там она была? Ну, да. Но если граната у нее есть, вот сверху один, да. А, вот они два. И сверху еще. Противник. Блин, здесь не умер.
спустился по лестнице. Ну, вон он там. Да, сука, ты ебаная, блядь. Весел. Ну, мог не торопиться. Один оперативник. Что? Блять, в главном нету никого. Если обходить будет, не поймем. Ну, в смысле, камеры. А он, походу, и не пойдет, да? Да хер его знает, не пойдет. Ну, в смысле, в обход не пойдет, я имею в виду. А, не-не. Тебя стоило бы. Ну, у него уже и времени нет. Ой, ну это прям моя реакция. Он оглушен, давай. 15 секунд. Ебаться в телевизор. Не дай. Хитер. Это будет долго. Остается 5 секунд. Ладно, недолго. Противника уничтожено. Тяжко, тяжко. Там был за чё извиняться, так сказать. Внизу, походу, чисто. Походу, кухня, что ли? Чисто. Нет, значит, треть. Да, треть. Эля. Сучка. Говна по Эля. Эй. Да, отстань ты. Осталось 5 секунд. Ч я на ботах попаду? Данных по контейнеру нет. Приступить к заданию. Ищу электронное устройство. Ай! О! Со спампом. Как рядом. Дрючки. Дрючки. Ебучки. Там люк-то проебан, нет? Не, люк на месте.
Ну, вообще не на точке. О, блять. Не знаю, как объяснить. Все вложились. Я понял, справа от лестницы. Ах ты ж. Дальше по коридору. Я знал. Ты на этом. Полезь там, да. Сейчас вылезет в окно, возможно. А, чё? Вылез в окно, ну ребят. Ну. Я мертв. Да положил. Ну, раньше положил, было вообще идеально. Ну сорян, как смог. Как сыграл, как смог. Жив лишь один оператив. Охуенно, ребята. Охуенно. Ты куда собрался? Буду здесь жить. Хуя, ты куда откатился? Нифига. Я, конечно, видел, что ты упал, да, но чтобы. Блять, тут. А, можно вот эту. Ага, можно. Да ладно, ноги писал. Здорово. Ох, нихуя. Супер. Ну вот эта тварь, конечно. А, не в тварь. О, ну это, конечно. Блять. Ну у меня что? Очевидно. Настреляли меня много. Да я еще видел, тебя не убил. Надо было стрелять. Подронить. Ага. Какая. Упс. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. Потехи. У меня трое или двое, я так и не понял. Там бля, люк зачем заделанный, сука. Давай. Блять, ты не сказал просто откуда? Меняю магазин! Сука. Спасибо. Ой-ой-ой, глаз сейчас еще сюда будет стрелять, вот жопой чую. Ну да, так мы кучно встанем, охуенно. О, Кайрос. Попытки захватить. Один оперативник тоже. Откуда я? А, нихуя. Да. Чувак, я думал, ты прикрываешь там. О-о-о-о-о. Ну да, вот это прикрытие было, блять. От души.
хер с ним, что-то я уже да, подгорать начинаю от синджа. Пожалуй, хватит. Не сегодня. GPO, машинки? Машинки. Машинки. Так грустно. Машинки. Обидно проебали. Да уж. Ладно. Покедово, товарищи зрители. Доброй ночи.